Travail Dargo – кроссовер с характером для тех, кто идет своим путем. Суровый снаружи, интеллектуал внутри, неисправимый путешественник и прирожденный горожанин. Успейте получить специальное предложение. Выгода до 200 тысяч рублей на кроссовер Travail Dargo. Количество автомобилей ограничено. Выгода 200 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Travail Dargo по программе Trade-in. Актуально на 4 декабря 2023 года. Предложение ограничено, не является офертой. Подробности на сайте Travail.ru и у официальных дилеров Travail. Да, Дмитрич, я тебе говорю, подключите приставку от Гудлайн и не мучайтесь с Наташей уже. И Ромка мультики смотреть будет. А, там еще по акции первый месяц услуг бесплатно. Здравствуйте, очередной гость сегодня Сергей Тарасов. Игрок хоккейной команды «Кузбасс», и не случайно мы готовим серию интервью, где вспоминаем об истории развития этого нашего кемеровского клуба. Сергей, приветствую. Добрый. И начинаем с азов. Как Сергей Тарасов пришел в хоккей с мячом? В каком возрасте и на каком льду? Ну, надо сказать, что для тех, кто не знает, что я родился в Топках, это 30 километров от Кемерово, и начал заниматься на стадионе, тогда он «Цементник» назывался. Тогда на стадион, можно сказать, кишил, наверное, людьми, было много занимающихся, и хоккей с мячом был популярен. Как я пришел? Ну, сначала я, как и, наверное, все мальчишки, пошел в единоборство, борьба тоже была у нас развита в то время. Но по возрасту, мне тогда было 8 лет, а по возрасту можно было заниматься только с 9. Мне сказали, а, рано. Да, подожди годик и приходи. Но мы учились в одном классе с товарищем, который ходил уже на хоккей с мячом. И он говорит, ну, вроде пошли со мной тогда, понравится там, будем заниматься. Мальчишкам что нужно? Где-то единоборство, да, там, в свое время где-то подраться, и поэтому все занимались. Или во дворе играли в футбол, в хоккей. Но у нас хоккей с мячом хорошо был развит, и мы пошли заниматься. Он потом ушел в лыжи, а я так и остался в хоккее. Но это город Топки, 30 километров от Кемерово, а Кузбасс хоккейный базируется в областной столице. Как вот эти 30 километров были пройдены? Ну, по детям тогда было, всегда проводили много соревнований. Было первенство области, другие турниры. И по нашему возрасту было 5 команд. И у вас? Нет, вообще по области. 5 хоккейных команд 1973 года рождения. Мы всегда между собой соревновались. И подошло то время, когда нужно было выступать на всероссийских соревнованиях. И по возрасту? По своему возрасту, да. И была создана сборная области. То есть из 5 команд собрали лучших ребят. И мы начали выступать одной командой. И меня позвали, так как, ну, я хорошо играл и по своему возрасту, и потом в дальнейшем. И я переехал в Кемерово, в город, поступил в Кемеровский механико-технологический техникум. Там жил в общежитии. И вот так я... Прогуливал лекции, потому что были тренировки 3 раза в день. Ну, мне учеба хорошо давалась, поэтому для меня проблемы не было. То есть я приезжал и, то есть, сдавал то, что ребята еще даже, те, кто учились, не могли там сдать вперед. А у меня вопрос всегда хоккеистам, я его редко задаю, потому что мне кажется, что он как бы априори неверный, но все же, как, вот есть воспоминания, сложно ли было вставать на коньки? Вот, потому что здесь важно не просто уметь стоять, это же высокие скорости, это челночный бег в том числе, это техника, вот как оно произошло? Либо это вот, ну, накатывалось часами? Ну, я помню даже, как я встал на коньки, у меня от братьев там остались, их тогда называли дутыши. И поначалу я одевал дома, вставал на ковер, просто ходил, привыкал к ним,
А они же были как тряпочка такие. Мягкие? Да, они мягкие были, и голеностоп прям гнулся, надо сказать. Потом, когда уже ножки немного окрепли, я вышел во двор и по снегу где-то ходил в коньках. А у нас был двор, много ребят, и мы довольно такие дружные были. Мы всегда заливали зимой коробку. Ну, не коробку, у нас просто был двор. Мы, когда снег выпадал, мы немножко чистили, делали деревянные борты из досок. И вот это была наша коробка. Ну, мы всегда заливали ведрами, там потом старались поровнее его сделать. И вот так вот со снега, потом встал на лед, держался за бортик. И все потихоньку так. И потом навыки осваивал где-то вперед, потом спиной вперед. Самое было сложно освоить вот этот момент. Потом разворот и поворот, а потом, когда уже более-менее на коньках стал стоять, то есть мы уже начали играть. А когда ты играешь постоянно, каждый день, утром, вечером, то есть это быстро осваивается. А не было такого, что когда потом начались тренировки уже, наверное, в профессиональных командах, что пришлось переучивать технику там или как-то, не знаю, доводить до конца? Ну нет, то есть когда я научился уже стоять на коньках, там, со двора, мы же пошли уже заниматься в шор, ну тогда дюш была еще, и там уже и тренеры подсказывали, как правильно сделать, что сделать, как обводить, ну и упражнения специальные на коньковую подготовку, ну и владение клюшкой тоже. Когда прошло первенство России, где ты был в составе сборной Кузбасса, Кемеровской области тогда, когда тебя заметили, когда тебя пригласили, ты переехал в Кемерово, начал заниматься в структуре уже подготовки, да, хоккейного клуба Кузбасс. Было желание, ощущение, что ты не зря приехал, тебе надо вот в главную команду? Либо ты для себя определил, что вот позвали, хорошо, это просто очередной этап? Нас взяли в команду, когда мне было 16 лет. Это довольно юный возраст. Команда мастеров. Команда мастеров, да. Тогда, ну, уже вектор немножко был сделан, что вроде своих воспитанников надо. Хотя и так много было, но меня и Вадика Губарева пригласили, как таких самых, наверное, перспективных на то время игроков. Потом еще ребята подтянулись в дальнейшем. Но вот переход из детского в взрослый, конечно, это, то есть, как небо и земля. То есть человек, умеющий владеть самолетом, да, то есть он сразу не сможет это сделать, то есть это надо учиться. И здесь также, когда мы пришли, я честно по себе говорю, ну, это совсем другие скорости, совсем другая борьба. И мне помогло то, что в тот год Федерация хоккея с мячом России приняла такое правило, что в команде мастеров должен играть молодой игрок в каждой игре 30 минут. А так как у меня с учебой был полный порядок, и я все выезды проехал с командой. И я, который, ну, честно говоря, в то время по своим таким игровым качествам не совсем подходил под команду мастеров. Но это правило, оно мне очень дало большой скачок. И я прям за один год, скажем, прям вырос, окреп, повысилось мое мастерство. И уже потом на следующий год, в 17 лет, я уже стал забивать голы. А вот этот пиетет чувствовался, что мне 16, а против меня мастеровитые игроки, которые со шведами борются в финале, им там, ну пускай по 35, и они более и вот дрожь в коленях была, когда против там них в Архангельске на лед выходил, условно говоря. Ну, я скажу так, что в каждой команде, это же мужики все-таки, кто-то относится, вроде взяли пацана, который, ну, на данный момент, да, он, может быть, не совсем хорошо помогает, типа, зачем его взяли, да? Но в то время в команду пришли очень классные хоккеисты, это Валера Привалов, Николай Усольцев, то есть все их знают, Сергей Евдокимов с Ульяновска тоже. Вот
Сергей Мяус был в обороне. Вот эти вот игроки, которые прям молодым игрокам очень здорово помогали. То есть подсказывали, как лучше правильно сделать, защищали от нападок не только соперников, но и своих товарищей, которые немножко, может быть, в какой-то момент негативно старались отнестись. И вот им такая большая благодарность и в чисто человеческом плане, и в чисто таком игровом. Ну а сегодня Сергей Тарасов, он легенда для кемеровской команды. Как вот с этим ощущением жить? Сколько матчей за команду? Сколько забитых мячей? Ну, всего 572, и там за Кузбасс 550, сейчас точно не скажу, надо посмотреть. И я закончил в 2010 году, да, и до сих пор люди, то есть, узнают, где-то автографы берут, то есть, это очень приятно. А я еще напомню, если вдруг кто не знает, что у нас практически в Кузбассе династия Тарасовых. В прошлом сезоне с сыном, когда разговаривал, брал интервью, спрашивал, не давит ли авторитет отца. Он честно тогда признался, что вначале, наверное, да, но сейчас он уже состоялся как игрок. Как у вас происходит это взаимодействие? И вообще ты как горд тем, что твой сын пошел по твоим стопам? Я, наверное, понимаю его прекрасно, потому что от него поначалу, тоже когда его взяли в команду, да, когда он начинал свой путь в профессиональный, конечно, его сравнивали со мной и старались смотреть с этой высоты, которую я достиг. И, конечно, ему было сложно. Еще сложно ему было потому, что в старшем возрасте, в юношеском, он получил довольно серьезную травму, и ему было очень тяжело восстановиться. Перелом бедра, да. Период реабилитации долгий. Да, и, ну и реабилитация, и где-то немножко все равно это повлияло на его рост, скажем так, профессиональный. Но он молодец, то есть у него есть характер, и поэтому он планомерно шел, и то есть мы видим, что теперь он лучший бомбардир в команде. И в позапрошлом году, когда он выступал в Кузбассе, он тоже был лучшим бомбардиром и входит в пятерку лучших бомбардиров России в последние годы. Поэтому он даже переплюнул, можно сказать, меня. Ну, вообще, когда вот этот путь сына начинался, не было желания, может быть, это говорить, потому что ты прошел этот путь спортивного игрока, да? Может быть, ты знаешь, насколько это тяжело? Ну, нет. Или всегда поддержка? Это его самостоятельный выбор? Да, но он занимался и хоккеем с мячом, и мотоциклетным спортом, потому что его дед мастер спорта по мотоциклетному спорту, Акимов Александр Михайлович. Да, тоже фигура известная для Кузбасса. Да, 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 он чемпион России тоже. И поэтому мы жили в спортивном кругу, в спортивной среде, и для него, наверное, не было какого-то другого выбора. Наверное, он все время был в спорте с младенчества. Либо на мотоциклах гонял, либо играл в хоккей. Но так получилось, что он выбрал хоккей с мячом, и для него это осознанный выбор. Он сам выбрал, ему нравится. А я видел, что он стремится и там, потому что он и кандидат в мастера спорта по мотоциклетному спорту, я думаю, многие не знают. Ну вот, такой молодец, да, я горд, что он вырос в хорошего мастера. Возвращаемся к твоей истории, возвращаемся к истории в хоккейный кемеровский клуб «Кузбасс», когда он играл еще на открытом льду на стадионе «Химик», когда 6, 7, 10 тысяч было болельщиков, когда были непростые матчи, в том числе. Команда «Кузбасс» в современной истории, в современной России не добивала золотых медалей. На тот момент вы к этому стремились? Чего не хватало? Вот сейчас, оглядываясь. Конечно, мы стремились. Мы, можно сказать, делали историю. Мы 3 раза выиграли Кубок России, да, 2-3 места были. Ну, может быть, не знаю,
против нас всегда был Архангельский водник и Динамо Москва. И надо сказать, что в то время это была не просто Архангельский водник, например, да, или потом Динамо Москва, когда они все плавно переехали. Это были игроки мирового уровня. То есть, если каждого из них взять, то каждый мог решить на поле игру, да, повлиять на итог матча в одиночку. И нам, конечно, очень тяжело было. Хорошо, было упорство, была злость. А что еще тогда было в характере кемеровского Кузбасса? Ну, сплоченность и вера в достижение результата. Тогда мы как-то разговаривали с Измаденовым. Он говорил, что однажды даже встречали в аэропорту. Болельщики вот прям любили команду в твое время. Какая была связь между вот армией болельщиков и хоккеистами кемеровского Кузбасса? Встречали в аэропорту с цветами и бубнами? Ну, надо сказать, что мы начинали практически с нуля. Начало 90-х годов было всем сложно. У команды зачастую не было средств. И, ну, выживали как могли. Много было моментов, когда и на стороне где-то зарабатывали. Так, многие знают пример, когда там бетон заливали командой. Да? Всей командой? Да. Многие друзья, спонсоры потихонечку помогали. И мы поднимались с последних мест в турнирной таблице. Да? Потихоньку. И своим трудом, да, своим желанием уже... когда достигли такого уровня, когда мы подобрались к пятому месту. И болельщики это видели. То есть мы играли на стадионе «Шахтер», когда туда приходили. И то, что мы не сдавались, да, вот по-настоящему бились, просто как мужики, наверное, это подкупило болельщиков. Они в нас всегда верили. Надо сказать, что Анатолий Петрович рассказывал, что традиции были заложены еще тогда, когда в 1973 году первые бронзовые медали, и это многие были кемеровчане. Тогда команда была практически все кемеровчане. И вот этот вот, вот это время, когда мы тоже потихоньку начинали свой путь к медалям, практически тоже были ребята кемеровчане. Потом, уже когда, конечно, нужно было усиляться, то есть понимали, да, что для того, чтобы достичь высоких результатов, да, завоевать медали, нужно усиление. Тогда взяли ребят с Красноярска, да, с Новосибирска, вот Пашку Рязанцева, который тоже бомбардиром стал, да, Вадика Стасенко, который много голов забивал, ну и другие ребята очень здорово влились. И вот это вот, наверное, и они были сибиряки, да, и вот это, наверное, все равно сибирский характер, он нас все равно сплачивал. И мы показали хорошие результаты. Но самое главное, что сегодня традиции заложены тогда еще, когда команда завоевала в 1973 году. Почему я никогда не забуду, надо сказать, потому что, наверное, сама судьба предопределила, что я буду в хоккей с мячом играть. То есть... 1973 год, завоевание бронзовых медалей и дата моего рождения. То есть и 8 марта – это тоже день рождения, как русского хоккея. Ну, а я в завершении хочу сказать, что самое главное, что Кузбасс продолжает те традиции, которые были тогда заложены, в далеком уже 73-м году. Спасибо за беседу, и будем передавать привет сыну, потому что, напомню, династия Тарасовых, она спортивная, в том числе и для Кузбасса. Спасибо и всем нам, да, успехов. И давайте пожелаем успехов команде. Да. Хавейл Дарго – кроссовер с характером для тех, кто идет своим путем. Суровый снаружи, интеллектуал внутри, неисправимый путешественник и прирожденный горожанин. Успейте получить специальное предложение. Выгода до 200 тысяч рублей на кроссовер Хавейл Дарго. Количество автомобилей ограничено. Выгода 200 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл Дарго по программе Трейдин. Актуально на 4 декабря 2023 года. Предложение ограничено, не является офертой. Подробности на сайте havail.ru и у официальных дилеров Хавейл.
Да, Дмитрич, я тебе говорю, подключите приставку от Гудлайн. И не мучайтесь с Наташей уже. И Ромка мультики смотреть будет. А, там еще по акции. Первый месяц услуг бесплатно.
Здравствуйте, уважаемые любители самой зрелищной игры с мячом в мире. Рады вас приветствовать на матче 32-го чемпионата России по хоккею с мячом в Суперлиге. И матч за бронзовые медали. Осталось всего две игры. Вот сегодняшняя и завтра финал. Начало 18:00, время кемеровское. Ну а все внимание сегодняшней встречи, игре за бронзу, в котором московская «Динамо» в роли номинального хозяина встречается с хабаровским «СКА» «Нефтяником». Ну и начинаем с номинальных гостей сегодняшней встречи. «СКА» «Нефтяник» Хабаровск. Ворота будет защищать номер 87-й Григорий Лапин. В обороне номер 6-й Валерий Евкин, номер 66-й Томи Мятя и номер 22-й Максим Рязанов. Полузащита номер 27 Дмитрий Сидоров, номер 71-й Максим Василенко, номер 97-й Семен Чупин и номер 15-й у капитана команды Алана Джусоева. Тройка нападения. Номер 99 Томас Мятя, номер 77 Дмитрий Аникин и номер 11-й Владимир Каланчин. В резерве остался запасной голкипер номер 40-й Лев Шишкин. Полевые игроки номер 18 Владимир Власюк, номер 19 Олег Толстихин, номер 29 Даниил Шкинев, номер 47 Михаил Швецов, номер 92 Владислава Кузнецова и номер 95 Ирил Девятый. Василий Грановский, главный тренер хабаровского СКА «Нефтяника». Состав московского «Динамо». Ворота будет защищать номер 1 Роман Черный. В обороне номер 52 Илья Кузьмин, номер 13 Никита Юрлов, номер 15 Игорь Вассерман. Полузащита номер 21 Денис Лапшин, номер 20 капитан команды Янис Бефус, номер 17 Егор Рагулин, номер 90 у Антона Шевцова. И тройка нападения. Номер 9 Марат Шарипов, номер 22 Егор Рахманаев, номер 14 Алексея Ничкова. В резерве остался запасной голкипер номер 96 Даниил Рибко и полевые игроки номер 7 Матвей Рибко, номер 18 Сергей Шабров, номер 19 Олег Зимцов, номер 63 Вадим Васильев и номер 77 у Виктора Чернышова. Евгений Иванушкин, главный тренер московского «Динамо». Ну и судейская бригада. Раззвучал стартовый свисток, и дальневосточники разыграли мяч центрального круга поля. Главный арбитр сегодняшней встречи Дмитрий Добрянский, судья всероссийской категории «Город Кемерово». Ему помогает судить также всероссийской категории Сергей Бесконченко, город Кемерово, и Денис Пронин, также город Кемерово. Резервный судья, судья первой категории из Кемерово Дмитрий Рамик. Инспектор матча Роман Копиков, судья всероссийской категории Московская область. И судья-информатор, она же судья-секретарь Юлия Тараканова, судья всероссийской категории город Кемерово. И комментировать эту встречу будет Олег Марченко. Дальневосточники с мячом на своей половине. Томи Мятя играть на Чупина. Не удалось Семену обработать мяч. Но ожидаем, конечно же, интересной и зрелищной игры от этих двух команд. Ну, не зря московские динамовцы регулярный чемпионат по забитым мячам уступили только кемеровскому Кузбассу. Но хабаровчане четвертой команды стали по этому показателю. Так-то ждем, конечно же, зрелищного хоккея. Ну и напомню, как команды шли к этой игре. Олег Толстихин мячом с Кузнецовым отыгрался здесь. Толстихин на левом фланге доходит до углового флажка. Прострел. Из-за боковой. Вели мяч очень быстро дальневосточники. Не удалось здесь Томасу Мяйте проскочить. Ну, быстро отработали в оборону хабаровчане. Уже вновь с мячом хоккеисты в желто-черной форме. Томас Мятя, Чупин. Большими силами идут в атаку. Каланчин принимает летного. Но, как вы видели, да, высоко поднятой клюшкой играл в этом эпизоде нападающий хабаровского СКА «Нефтяника». Вот так вот дальневосточники. В первом круге здесь Марат Шарипов. Хорошее пространство получил, улучшает позицию, бьет и гол! Марат Шарипов на третьей минуте открывает счет в этой игре. Вот так преимуществом владели хабаровчане, а первый мяч в активе московского «Динамо». Вот резвое начало. Да, ждем мы, конечно же, забитых мячей в исполнении двух команд. И вот, смотрим повтор. Мяч ворота команды сделал Шарипов сам для себя в этом эпизоде. Сольный проход. Хороший удар.
И счет в игре открыт. И тут же угловой зарабатывают москвичи. Вот по этому показателю вот как раз-таки у московского «Динамо» есть шанс обогнать иркутскую «Байкал-энергию», которая завершила выступление в чемпионате России на 5-м месте. Иркутяне 38 раз реализовали. Вот у москвичей 35. Сегодня нужно 4 раза поразить ворота дальневосточников, чтобы превысить показатель иркутской команды. Как вы понимаете, это будет делать очень и очень сложно. Томас Мяйте зарабатывает свободный, ну, довольно-таки опасный, имея в стане таких ударников, как Ивкин, Рязанов. Да тот же Мяйте Томас может приложиться. Вот такое решение придумал Джусоев. Отворот. Конек своего же игрока попал в этом эпизоде. Земцов. Рязанов перехватывает мяч. Ну, как-то замешкался здесь Рязанов. И Ахманаев обокрал соперника. Ну, и в свою очередь ошибся Егор Ахманаев. С мячом дальневосточники. Ну, никак не удается начать рассказ о том, как команды шли к этому матчу за бронзовые медали. Щукин теряет мяч. Здесь поборется. Да, Василенко на мяче оказался раньше, нежели соперник. Отворот. Вот так вот. Вот так опасно. Здесь Янис Бефус. Бросок и Лапин отбивает перед собой добивание Шарипова. Мимо. Хороший шанс имел Марат Шарипов, удвоит преимущество. Ну, только начиная рассказ, да, о том, как команды шли к этой игре, так тут же опасный момент возникает. Может быть, почаще, да, вспоминать. Кузнецов. Левым флангом атакует 92-й номер. Наброс штрафную. За боковой. Кабаровчане быстро разыграли. Томас Мяйте в центр. Здесь Джусоев пытался вырваться на оперативный простор. Не пускает. Но свободный зато заработал капитан «Сканефтяника». Джусоев у мяча. Вновь розыгрыш. Пока не доверяет бьющим. Толстихин опасно пробивал. Немного точности не хватило в этом эпизоде. Ну так вот. Самый серьезный соперник в четвертьфинале достался именно хабаровскому СКА «Нефтянику». И именно в этой партии по паре было три игры. Сначала в Иркутске праздновали успех хабаровчане, обыграв в серии 12-метровых штрафных ударов иркутскую «Байкал-энергию». Затем дома уступили в упорнейшей борьбе со счетом 5-6 иркутянам. И понадобилась третья игра вновь. Супербитва хабаровчан и иркутян завершилась победой дальневосточников со счетом 4-3. Вот так хабаровчане попали в полуфинал. Ну, а для москвичей все было интересно. К тому же, помним, да, начало чемпионата и пресс-конференцию после игры московского «Динамо» с нижегородским «Стартом», когда наставники очень-очень проехались так друг по другу. И, конечно же, в связи с этими событиями с огромным интересом ожидалось очередное противостояние подопечных Евгения Иванушкина против подопечных Андрея Рускина. Здесь Василий Грановский, главный тренер хабаровского СКА «Нефтяника». Бефус доходит до лицевой. Наброс. И здесь не удается Чернышову. Плотный удар. Ну и вот. Наставник московского «Динамо» Евгений Иванушкин. Так, после того, как прошелся по игре соперника Евгений Иванушкин, Андрей Рушкин в ответ, как вы помните, да, молчать не стал. И сказав, что из «Динамо» в последний сезон ушли все игроки сборной. Иванов, Василенко, Ивкин, Толстихин. И, конечно же, с призмой, да,
вот этого противостояния наблюдали все болельщики. И действительно, нижегородцы на своем льду показали хороший хоккей, добротный, но уступили со счетом 3-4, а в Москве «Динамо» праздновало успех со счетом 6-1. После этого дальневосточники, здесь Ахманаев не доберется до мяча, да, пропускает. 22-й номер московского «Динамо», вот он крупным планом нападающий. Ну вот, хабаровчане встречались в полуфинале с кемеровским «Кузбассом», а москвичи с архангельским «Водником». Ну и, как вы понимаете, первые матчи проводились в Москве и в Хабаровске, и очень упорными выдались именно первые матчи этих, в этих играх. Дальневосточники не сумели обыграть кемеровский «Кузбасс», уступив со счетом 3-4, но московская «Динамо» на своем льду архангельскому «Воднику» проиграла также с минимальным счетом, но со счетом 4-5. А вот в ответных встречах совершенно не получилась игра ни у одной из команд. «Кузбасс» разгромил просто хабаровчан со счетом 12-4. Ну и архангелогородцы в долгу не остались. Уже после первого тайма без вопросов обыгрывали в сухую московская «Динамо» со счетом 5-0. Ну и результатом также крупная победа «Водника» со счетом 8-2. По итогу очередной опасный свободный зарабатывают дальневосточники. Но пока Алан Джусой, видим, не дает бьющим нанести удар, пытается разыграть. Что на этот раз придумает капитан? Но на этот раз позволил Ивкину пробить. Из-за боковой ведут мяч в игру хабаровчане. Ну, ближе к центральной линии поля отправляет малиновый снаряд. Ну и вот так команды в итоге пришли к этому матчу. И сегодня же, конечно же, болельщики из Москвы и Хабаровска ждут только победы от своих команд. К тому же впервые встречаются за бронзу между собой московская «Динамо» и хабаровский «СКА-Нефтяник». Был эпизод, когда могли встретиться в 2016 году команды. Но тогда обе получили команды бронзовые медали. И завершили сезон обе команды на третьем месте. Очередная атака москвичей. Не получается. Власюк. Ну, помним, да, предыдущую игру 18-го номера «СКА-Нефтяника». Здесь Кемерово против «Кузбасса» в ответной полуфинальной игре. И первый мяч в сезоне для Власюка. Отмечали в той встрече. Ну, вообще, в российской истории у московских «Динамовцев» вот эта бронза 2016 года единственная. У «СКА-Нефтяника» три таковых в 2005, 2016, 2021 годах завоевывали бронзовые медали. Да, болельщики из Архангельска прибыли в Кемерово на финальный матч, который, напомню, состоится завтра, 20 марта, в 18:00, время кемеровское. Билетов, как вы понимаете, уже нет. И сложно будет попасть на матч. Хотелось бы, чтобы такие матчи проходили, как в Архангельске, на стадионе «Труд», где очередной рекорд был установлен болельщиками из Архангельска на ответном полуфинальном матче против московского «Динамо». Болельщики пришли поддержать своих любимцев. Вот первый свободный
зарабатывают динамовцы. Удар. Блокирует. И повторно не получился. Но сохранили мяч москвичи. И есть возможность заново построить свою атаку. Вот сказал я, да, что много команды пропустили. Но вообще в этом сезоне оборона москвичей барахлит, конечно же, но пока очень удачно действуют игроки обороны московского «Динамо». Но вообще в регулярном чемпионате 111 мячей, представляете, да? Например, лучшая команда «Архангельский водник» всего 79. Кузбасса и СКА «Нефтяника» по 85 пропущенных. У Байкала 99 и 111 также у Красноярского «Енисея». Так что в этом сезоне не сильная сторона это у москвичей. Но зато как отмечали. Атака. Неплохая. Это в отсутствии, да, Алмаза Мергазова. По-прежнему руководство клуба не объявляет причины отсутствия этого прекрасного нападающего. Опасный бросок. Здесь Лапин контролировал. Бросок Яниса Бефуса. Вот Янису Бефусу приходится брать лидерские качества на себя. Является он одним. Не одним, а лучшим распасовщиком на сегодняшний день. 46 результативных атак. Это Алан Джусоев и Симон Янсен по 40 голевых передач. Ну, а список бомбардиров возглавляет Евгений Дергаев. Вообще у нас такая интересная закономерность. 4 лучших бомбардира и 4 лучших ассистента. Как раз таки из 4 команд, которые борются за медали в нынешнем первенстве. Ну и пока все по статусу, как бы, как и завершилось регулярное первенство происходит. За первое место будут бороться первая и вторая команда чемпионата, Кузбасс и Водник. За третье, как мы видим, Московская «Динамо» и Хабаровский «СКА» «Нефтяник». Так что все справедливо. Ну и списки бомбардиров и ассистентов, соответственно, тоже. Ну вот первый стандарт для хабаровчан. Отмечал я, что 35 реализованных попыток у московского «Динамо» в нынешнем сезоне. Вот у «СКА» «Нефтяника», «Водника» и «Кузбасса» по 30 таких результативных попыток в нынешнем чемпионате. Ну, как вы понимаете, до Иркутской «Байкал Энергии» далеко и очень далеко. Который, напомню, 38 реализованных попыток после розыгрыша углового. 16-я минута завершается у нас. Пока с минимальным счетом впереди московская «Динамо». Марат Шарипов в третьей минуте после сольного прохода. А болельщики поддерживают каждый, кого считает нужным. Удар Томаса Мятя. Мяч проходит мимо. Готовится Роман Черных. Ну, как мы знаем, да, в 2023 году русский хоккей отметил свое 125-летие. Скамейка запасных московского «Динамо». Хорошая атака. Здорово оставление мяча. Ракулин пробивает. И здесь заблокировали атаку. Ну и можно постараться убежать. Аникин отбивает. Здесь Ракулин отработать назад. Именно 17-й номер помешал нацеленную передачу сделать Дмитрию Аникину. Причем, правда, вновь дальневосточники Чупин. Так вот, уже завтра, 20 марта, 126-й свой день рождения отметит русский хоккей. Ну, по старому стилю, да, это 8 марта было. В 1898 году считается днем рождения для русского хоккея. И вот на завтрашний день финала придется 126-й день рождения. Очередная атака в исполнении московского «Динамо».
Вот так вот перехватили, да, инициативу динамовцы. И в таком эконом-режиме все-таки работают они. Здесь неточная передача. Ну, хотелось бы, конечно, отметить, что в этой непростой ситуации, да, связанной с блокировкой сборных России, ну, не только, да, хоккей с мячом, но и в других видах спорта. Здесь свободный зарабатывает. Вот. Зато федерация, да, хоккей с мячом старается максимально насыщать календарь внутри хотя бы страны, чтобы, ну, болельщикам в разных городах, чтобы видели лучших игроков. Вот, и в содействии с регионами проводятся матчи и турниры с участием сборной. И свидетелями становятся болельщики в Иркутске, Красноярске, Кемерово, Ульяновске, Архангельске, Нижнем Новгороде, других городах. Конечно же, большое дело. Здесь Каланчин находит возможность для атаки. Ну, Чупин немного оторопился здесь. А, Владимир Каланчин мог и сам эту атаку завершить. Но решил сыграть через партнера. Успевает наставник москвичей. Да, ценные указания полузащитнику Чупин. Здесь у нас свободный. Нарывается Дмитрий Добрянский. Сергей Бесконечен, Денис Пронин. Ну, раз я заговорил, да, о чемпионатах мира, которые лишены игроки национальной команды. Так вот, вспоминаем эту судейскую бригаду. А когда же она в последний раз собиралась в таком составе? Добрянский, Бесконечен, Пронин. И сразу всплывает в голове 2019 год, Венешборг. И матч за пятое место между сборными Норвегии и США. Именно там вот эта судейская бригада обслуживала в последний раз в таком составе игру. И, как вы понимаете, это было на чемпионате, который выиграла сборная России. Вот такой, имею в виду, полноценный чемпионат мира с участием всех национальных сборных. Но уже, как вы знаете, и без России прошел чемпионат мира. Думаю, вы догадались, если кто не знает, кто стал его чемпионом. Но если вдруг кто не слышал, не знает, то скажу, сборная Швеции. Отсутствие российской команды стали чемпионами мира. Чупин набрал штрафную. Здесь удается пришедшему на помощь игрокам обороны, опытнейшему Сергею Шабарову, не позволить пройти мячу на клюшку нападающему. Ну и 2023 год для Кузбасса также был очень таким масштабным, да, на спортивные мероприятия. И по инициативе губернатора Сергея Цивилева, одно из самых крупнейших в стране, прошло спортивные игры «Дети Азии», где в регион приехали спортсмены из 11 стран и 9 российских субъектов. Поэтому Кузбасс также не отстает. И наряду с этим очень значимые турниры проводит. Ну, не только, да, в 2023 году, в этом году очень много спортивных событий планируется провести в Кузбассе. Более 800 спортивных мероприятий разного уровня, от региональных до международных, будут проходить в этом году в Кузбассе. 5 международных и 20 чемпионатов России, да? Вот один из них, конечно же, это финал чемпионата России по хоккею с мячом.
Пока. Матч за бронзу. Очень напряженный. Минимальное преимущество московского «Динамо». 1-0 впереди. Здесь не будет защиты. Да, этот мяч Виктора Чернышова. Поразил он ворота. Да, вот он крупным планом. Воспитанник краснотуринской школы хоккея с мячом. Поигравший в свое время в составе Кемеровского Кузбасса. Болельщики многие об этом знают. В составе красноярского Енисея. В своем родном краснотуринском маяке. Вот. Защищает цвета московского «Динамо». Отныне. Очередная атака. Хабаровчан. Ну, пока вот не удается никак распечатать ворота Романа Черных. Он в сегодняшней встрече очень великолепно выстроил свою оборону. Динамовцы. Сов. Блокирует. Удар 90-го номера. Здесь сложно уже было разворачиваться Зимцову. Чернышов. Приходится с мячом возвращаться на свою половину. Вытеснили своего соперника. Хоккеисты. СКА-Нефтяника. Ну, продолжает с мячом оставаться динамовцы. Хороший поперечный перевод. Здесь Зимцов. Открывается Рагулин. Заброс ему на ход. Обрабатывает мяч. Рагулин. Выход. Опасный удар, но не попадает в створ. Угол острый был для Егора Рагулина. И сложно было, конечно же, попасть. Чупин. Хороший проход от Семена, но до завершающего удара только дело не довел. Все сделал. Прекрасно в этом эпизоде 97 номер. Ударить забыл. Лапшин начал атаку. Шевцов. Качает, качает Антон соперника. Прострел. И угловой. Угловой зарабатывают хоккеисты московского «Динамо». Посмотрим, как на этот раз распорядятся подачей от угловой отметки. Да, Ван Джусой здесь выстраивает стенку на линии своих ворот. Такой розыгрыш. Лапин отбивает. И защитники удачно оказались ближе к мячу. Да, отмечаем. Голкипера Абаровского СКА-Нефтяника. Великолепно действовал в этом эпизоде. Разглядел с такого близкого расстояния полет мяча. И сумел отразить. Неточный заброс. Томас Мятя. Что придумал? Пока в одиночку старается не атаковать 99 номер. А прекрасно это может сделать Томас Мятя. Но пока через партнеров действует. Вот, получает мяч на левом фланге. И дальний удар. Нет, это ложный замах от Томаса Мятя. И мяч от его клюшки уходит за лицевую линию ворот московского «Динамо». И Роман Черных. Быстрый ввод мяча в игру. Рагулин. Вот хорошо сейчас двигается мяч у динамовцев. Неточная передача на Ахманаева. Бефус здесь великолепно сыграл, но все же до удара пока дело не удается довести хоккеистам московского «Динамо». Какая скрытая передача от Рагулина. Здесь Чернышов в опасной близости от ворот, но ничковый угловой. Опаснейший момент. Завершается стандартом у ворот хабаровского СКА-Нефтяника. Но вот здесь здорово разыграли все столичные хоккеисты. И заработали право на угловой. Лапшин на подачу этого стандарта. Кузьмин делает подсказ. Вот такой розыгрыш. О, Лапшин. И решил Денис немного так успокоить игру. Возвращает мяч на половину своей команды.
Очередной свободный. Зарабатывают динамовцы. Пока не удается. Вот так вот 29-я минута у нас пошла. А особо опасных моментов у ворот Романа Чернов и вспомнить-то не удается. Пока все удачно складывается у москвичей. Они более остро атакуют. С внешней стороны мяч попадает после удара Антона Шевцова. Да, негодует 90-й номер. Понимает, что близок был. Ну, чтобы во второй раз огорчить. Здесь Томас мяет. Но вот здесь простор есть. И полезет, конечно же, 99-й номер, что и происходит. Но блестяще здесь выбирает позицию Вассерман. И не пускает финского нападающего СКА «Нефтяника» к воротам своей команды. Василенко. Одно касание и фиксирует положение вне игры. Судья на линии. Свободные должны разыграть московские «Динамовцы». Вообще в этом сезоне, да, Федерация хоккея с мячом России огромную работу проводит. Вот это и взаимодействие с регионами, и с Минспортом РФ, также улучшение инфраструктуры, продвижение строительства катков. Это и подготовка тренеров, детских, юношеских команд, ветеранов, любителей. Также работа со СМИ, ТВ. В этом сезоне, да. На Триколоре мы видели самые главные матчи. Финал Кубка, Суперкубка России. Также несколько матчей из регулярного чемпионата. Поэтому работа ведется, проводится. И, конечно же, это только на пользу болельщикам. И здесь хороший момент. Бефус! Янис упускает момент. Вот он. И контратаки уже на хорошей скорости. Атакуют дальневосточники. Девятый удар. Мимо ворот. Пролетает мяч. Но не так часто. Видим на льду 95-го номера хабаровского СКА «Нефтяника». Вот тут первый же момент, который возник у Кирилла Девятых, завершился ударом. Не всегда это удается игрокам стартового состава. Здесь видим Томми Мята. Гримаса боли на его лице. Он прилетело, видимо, малиновым. Брату-близнецу. А у нас угловой. Ну вот шанс, да? Не получается с игры. У хабаровчан. Ну так, может быть, со стандарта. Вот брат на льду. И на подаче этого стандарта Томас Мятя. Усоев выше. Пробивает Алан Джусоев. И сразу же высокий прессинг демонстрирует хабаровчане, но удается москвичам выйти. И здорово здесь. Бефус на Шарипова. Шарипов на Ахманаева. Выход 1-1. Лапин. Блокировка была против Марата Шарипова. И первое удаление в сегодняшней игре. Во время того, как делал передачу, девятый номер заблокировали. Смотрим повтор. Да. Какой же хороший момент-то был. Ахманаева. Рязанов отправился на скамейку для штрафников. Из опытнейших игроков. Да, вот он крупным планом. Земцов. Рикошет. Мяч смывает воздух. Джусоев. Шевцов. Достанет мяч, да. И ближе к центральной линии поля.
Мяч возвращает. Здесь Бефус. Вновь на Земцова идет передача. И вновь поджимает. Здесь Джусоев на перехвате. Играет пас. Не жадничает. О, Аникину не везет. Выход один на один. Девятый. Кирилл девятый. Вот. Скрытый бомбардир. Кирилл девятый. Забивает. И сравнивает счет. В матче, напомню, за бронзовые медали. На кону третье место. 34-я минута матча. С передачей Алана Джусоева, номер 15. Мяч о, Алан Джусоев, голевую передачу записал. Ах, ангелогородцы, видим, болеют за дальневосточников. Смотрим еще раз повтор. Великолепно все сделали. Джусоев такой прострел, и там Кирилл девятых. Ну, можно сказать так, да, выражаясь языком из канадского хоккея. На пятаке находился Кирилл девятых. И не стоило ему труда разобраться с голкипером московского «Динамо». Ну так, красивые цифры, да, в 85-м матче, 55-й мяч в карьере для Кирилла девятых. Ну и 17-й мяч в этом сезоне для нападающего «Сканефтяника». Ну, равная игра, да, ну и счет равный. Борются, борются команды. Не так просто. Ни москвичам, ни хабаровчанам в этой игре. Но в Кузбассе, а именно в Белово, состоялись первые в стране межрегиональные соревнования. Кубок защитников Отечества среди ветеранов СВО. Ну, тем самым поддержали ребят, которые вернулись мест боевых сражений. Это хорошее такое подспорье. Он проводит, как я говорил, да, различные турниры в Кузбассе. Еще один значимый турнир — это первые всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. Здесь нарушили правила москвичи в штрафной «Сканефтяника», и придется свободно разыграть. Ну и по результатам этих игр команда Кузбасса стала обладателем переходящего Кубка Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ну также не будем забывать, что и в хоккее с мячом самым грандиозным и ярким, безусловно, событием являются турниры на призы Святейшего Патриарха, финал которого ежегодно проходит на Красной площади. Ну согласитесь, да, сыграть на Красной площади. Ну и как сказал на минувшем турнире один из тренеров, для детей Кубок Патриарха — это как чемпионат мира. Тут невозможно не согласиться. У нас атака московского «Динамо» останавливается недозволенным приемом. И свободный разыграют хоккеисты в бело-голубой форме. Да, устал Максим Василенко, тяжело дышит. Бефос пока не рискует, да. Тут и есть возможность для риска. 37-я минута первого тайма. Но даже такие опытные игроки, как Алан Джусоев в составе хабаровского «Сканефтяника», Янец Бефус в составе московского «Динамо», не рискуют. Стараются сохранить мяч для своей команды и партнеров. Шевцов. Кстати, дальневосточники-то в меньшинстве. Счет сравняли. Помню, да, Максим Рязанов на скамейке штрафников. И это первое удаление в матче. Очень корректно действуют обе команды. На кону бронзовые медали 32-го чемпионата России по хоккею с мячом Суперлиги. Удается. Но с нарушением правил все же это происходит. Здесь Шарипов нарушил правила против Аникина. И Томас мятя. Он в одиночку, да. Было сразу видно, что Томас не пойдет в атаку. Правильно сделал. А здесь Янис Бефус хорош в отборе.
Причем капитан ждет подкрепления партнеров. Ну так, хорошо, окружили хабаровчане и не позволили сделать вовремя пас. Успели уже дальневосточники вернуться и позиционно расставиться. Шарипов опасно бьет и угловой зарабатывает Марат. Ну вот пока самый опасный игрок, я думаю, согласитесь со мной, уважаемые любители хоккея с мячом, в составе московского «Динамо». Вот по первому тайму именно Марат Шарипов. И гол забил, и несколько опасных моментов имел. И сейчас опасно пробивал. Угловой заработал. Удар Вассермана. Добивание Рагулина. И здесь Лапин. На месте Лапин. Вот как я уже не раз отмечал, финал 32-го чемпионата России по хоккею с мячом пройдет завтра. Здесь, в Ледовом дворце Кузбасс, да, Лев Шишкин, Дмитрий Попов, легенда хабаровского спорта. Находился за Львом Шишкиным. Вот так вот, финал пройдет завтра, в котором кемеровский Кузбасс встречается с архангельским Водником. Болельщики Водника уже подтягиваются потихоньку. Кемерово, вы их уже видели на трибунах. И поддерживают они дальневосточников. Томас Мятя выходит на ударную позицию, пробивает. Опасно, как было, но Роман Черных контролировал. Ну так вот, к чему я? А к тому, что в чемпионате Финляндии и чемпионате Швеции уже чемпионаты закончились. И финалы состоялись. Выход 1-1. Ничко! Мимо. Вот момент еще у Алексея Ничкова. Да, раздосадован нападающий москвичей. Шикарный момент имел для того, чтобы во второй раз в сегодняшней игре вывести свою команду вперед. Так вот, в чемпионате Финляндии после атаки финского легионера, который заработал угловой, скажу, что Вейтеря обыграла в финальной игре Порво Акилис со счетом 3-1. И именно Вейтеря стала чемпионом Финляндии. Но в Швеции очень драматичный финал оказался. Менчупин пробивает, мяч летит мимо. Встретились Вилла и Вестерос поначалу. Вестерос вел со счетом 2-0, но затем линчапинская команда выходила вперед на два мяча. И что самое интересное и примечательное из этой встречи, как-то вратарь Виллы не очень впечатлил своей игрой. Из 6 и 5 мячей дальними ударами забили вестеросцы в этой встрече. В итоге уже в добавленной судьей к основному времени матча удалось Вестеросу счет в игре сравнять 6-6. Матч перешел в овертайм. Ну и, конечно же, имея в составе такого легендарного бомбардира, как Кристофер Эдлунд, Вилла все-таки дожала в овертайме и на второй минуте забила золотой гол и стала чемпионом Швеции. Вот такой интересный финальный матч прошел в финале шведской лиги. У нас очередной удар не достиг цели. И Динамо атакует. Бефос решил сохранить мяч. Капитан динамовцев Лапшин не пускает. Все перекрыто. Все подступы. Рагулин здесь не понял, что на него пошел пас. В этой ситуации как рискованно играл. И вот к чему это привело. Удар по клюшке. Показывает помощник главного судьи. И быстро разыгрывают динамовцы вместо нарушений правил. И вновь Рагулину не удается сольный проход. За боковой. В полном составе. Дальневосточники. Ну, один мяч. Забили. И счет 1-1. Напомню.
Марат Шарипов на третьей минуте счет в игре открыл. Кирилл Девятых на 34-й сравнял матч за бронзовые медали. Ничья 1-1. И пока, я думаю, болельщикам очень нравится эта игра. Свободно здесь должны разыграть хоккеисты московского «Динамо». Но нет мяча пока. Сергея Шабурова, опытнейшего игрока. Самого опытнейшего среди всех игроков Суперлиги. 827-я игра. Этого великолепного мастера. Ну и как мы видим, игру совсем не портит, а наоборот даже. Земцов здесь такой вираж решил совершить. Шарипов. Он продолжает высоко встречать своего соперника хабаровчане, не позволяя откатываться. Здесь Ивкин. Последняя минута первого тайма. Манаев, последняя минута первого тайма. Ну, я думаю, болельщикам пока нравится. Да, мало забитых мячей, но игра держит напряжение. С интересом, конечно же, за ней наблюдают любители русского хоккея из других городов, не только из Хабаровска и Москвы. Также вызывает эта встреча интерес. Джусоев. Чупин. Ну, есть возможность и время провести еще одну опасную атаку, пока Чупин замахивался. Ну, кто бы вы думали? Сергей Шабуров, да. Великолепно. Уловил момент. Пока соперник замахивался для удара, успевает в этот момент выбить. Здесь прерывает передачу Томаса Мяйта, но времени уже совсем не хватит. Да, звучит свисток главного арбитра на перерыв, и команда отправляется отдохнуть. Ну да, то, чего ждали, думаю, болельщики, то и происходит. Упорная борьба. Ну, мячей маловато, но на кону бронзовые медали. Напомню еще раз. Марат Шарипов на третьей минуте после сольного прохода открыл счет в игре. И москвичи пропустили мяч в свои ворота после того, как ошиблись. То есть штрафной. И Алан Джусоев вывел на ударную позицию Кирилла Девятых на 34-й минуте. Счет стал 1-1, но вы пока не отключайтесь и посмотрите все интересные эпизоды и забитые мячи в нашей нарезке. До встречи во втором тайме. We'll be right back.
Хавейл Дарго – кроссовер с характером для тех, кто идет своим путем. Суровый снаружи, интеллектуал внутри, неисправимый путешественник и прирожденный горожанин. Успейте получить специальное предложение. Выгода до 200 тысяч рублей на кроссовер Хавейл Дарго. Количество автомобилей ограничено. Выгода 200 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл Дарго по программе Трейдин. Актуально на 4 декабря 2023 года. Предложение ограничено, не является офертой. Подробности на сайте havail.ru и у официальных дилеров Хавейл. Да, Дмитрич, я тебе говорю, подключите приставку от Гудлайн. И не мучайтесь с Наташей уже. И Ромка мультики смотреть будет. А, там еще по акции первый месяц услуг бесплатно. Здравствуйте, очередной гость сегодня Сергей Тарасов. Игрок хоккейной команды «Кузбасс». И не случайно мы готовим серию интервью, где вспоминаем об истории развития этого нашего кемеровского клуба. Сергей, приветствую. И начинаем с азов. Как Сергей Тарасов пришел в хоккей с мячом? В каком возрасте и на каком льду? Ну, надо сказать, что для тех, кто не знает, что я родился в Топках, это 30 километров от Кемерово. И начал заниматься на стадионе, тогда он «Цементник» назывался. Тогда стадион, можно сказать, кишил, наверное, людьми. Было много занимающихся, и хоккей с мячом был популярен. Как я пришел? Ну, сначала я, как и, наверное, все мальчишки, пошел в единоборство. Борьба тоже была у нас развита в то время. Но по возрасту, мне тогда было 8 лет, а по возрасту можно было заниматься только с 9. Мне сказали, рано. Да, подожди годик и приходи. Но мы учились в одном классе с товарищем, который ходил уже на хоккей с мячом. И он говорит, ну, вроде пошли со мной тогда. Понравится там, будем заниматься. А мальчишкам что нужно? Где-то единоборство, да, там. В свое время где-то подраться, и поэтому все занимались. Или во дворе играли в футбол, в хоккей. Но у нас хоккей с мячом хорошо был развит, и мы пошли заниматься. Он потом ушел в лыжи, а я так и остался в хоккее. Но это город Топки, 30 километров от Кемерово, а Кузбасс хоккейный базируется в областной столице. Как вот эти 30 километров были пройдены? Ну, по детям тогда было, всегда проводили много соревнований, было первенство области, другие турниры, и по нашему возрасту было 5 команд. И у вас? Нет, вообще по области. 5 хоккейных команд 1973 года рождения. Мы всегда между собой соревновались, и подошло то время, когда нужно было выступать на всероссийских соревнованиях. И по возрасту? По своему возрасту, да. И была создана сборная области. То есть из 5 команд собрали лучших ребят, и мы начали выступать одной командой. И меня позвали, так как, ну, я хорошо играл и по своему возрасту, и потом в дальнейшем. И я переехал в Кемерово, в город, поступил в Кемеровский механико-технологический техникум. Там жил в общежитии. И вот так я прогуливал лекции, потому что были тренировки 3 раза в день. Ну, мне учеба хорошо давалась, поэтому для меня проблемы не было. То есть я приезжал и сдавал то, что ребята еще даже те, кто учились, не могли там сдать вперед. А у меня вопрос всегда хоккеистам, я его редко задаю, потому что мне кажется, что он как бы априори неверный, но все же. Как вот есть воспоминания? Сложно ли было вставать на коньки? Вот, потому что здесь важно не просто уметь стоять. Это же высокие скорости, это челночный бег в том числе, это техника. Вот как оно произошло? Либо это вот накатывалось часами? Ну, я помню даже, как я встал на коньки. У меня от братьев там остались. Их тогда называли дутыши. И поначалу я одевал дома, вставал на ковер, просто ходил, привыкал к ним. А они же были как тряпочка такие. Мягкие? Да, они мягкие были. И
голеностоп прям гнулся, надо сказать. Потом, когда уже ножки немного окрепли, я вышел во двор и по снегу где-то ходил в коньках. А у нас был двор, много ребят, и мы довольно такие дружные были. Мы всегда заливали зимой коробку. Ну, не коробку, у нас просто был двор. Мы, когда снег выпадал, мы немножко чистили, делали деревянные борты из досок. И вот это была наша коробка. Ну, мы всегда заливали ведрами, там потом старались поровнее его сделать. И вот так вот со снега, потом встал на лед, держался за бортик. И все потихоньку так. И потом навыки осваивал где-то вперед, потом спиной вперед. Самое было сложно освоить вот этот момент. Потом разворот и поворот, а потом, когда уже более-менее на коньках стал стоять, то есть мы уже начали играть. А когда ты играешь постоянно, каждый день, утром, вечером, то есть это быстро осваивается. А не было такого, что когда потом начались тренировки уже, наверное, в профессиональных командах, что пришлось переучивать технику там или как-то, не знаю, доводить до конца? Ну нет, то есть когда я научился уже стоять на коньках, там, со двора, мы же пошли уже заниматься в шор, ну тогда дюш была еще, и там уже и тренеры подсказывали, как правильно сделать, что сделать, как обводить, ну и упражнения специальные на коньковую подготовку, ну и владение клюшкой тоже. Когда прошло первенство России, где ты был в составе сборной Кузбасса, Кемеровской области тогда, когда тебя заметили, когда тебя пригласили, ты переехал в Кемерово, начал заниматься в структуре уже подготовки, да, хоккейного клуба Кузбасс. Было желание, ощущение, что ты не зря приехал, тебе надо вот в главную команду? Либо ты для себя определил, что вот позвали, хорошо, это просто очередной этап? Нас взяли в команду, когда мне было 16 лет. Это довольно юный возраст. Команда мастеров. Команда мастеров, да. Тогда, ну, уже вектор немножко был сделан, что вроде своих воспитанников надо. Хотя и так много было, но меня и Вадика Губарева пригласили, как таких самых, наверное, перспективных на то время игроков. Потом еще ребята подтянулись в дальнейшем. Но вот переход из детского в взрослый, конечно, это, то есть, как небо и земля. То есть человек, умеющий владеть самолетом, да, то есть он сразу не сможет это сделать, то есть это надо учиться. И здесь также, когда мы пришли, я честно по себе говорю, ну, это совсем другие скорости, совсем другая борьба. И мне помогло то, что в тот год Федерация хоккея с мячом России приняла такое правило, что в команде мастеров должен играть молодой игрок в каждой игре 30 минут. А так как у меня с учебой был полный порядок, и я все выезды проехал с командой. И я, который, ну, честно говоря, в то время по своим таким игровым качествам не совсем подходил под команду мастеров. Но это правило, оно мне очень дало большой скачок. И я прям за один год, скажем, прям вырос, окреп, повысилось мое мастерство. И уже потом на следующий год, в 17 лет, я уже стал забивать голы. А вот этот пиетет чувствовался, что мне 16, а против меня мастеровитые игроки, которые со шведами борются в финале, им там, ну пускай по 35, и они более и вот дрожь в коленях была, когда против там них в Архангельске на лед выходил, условно говоря. Ну, я скажу так, что в каждой команде, это же мужики все-таки, кто-то относится, вроде взяли пацана, который, ну, на данный момент, да, он, может быть, не совсем хорошо помогает, типа, зачем его взяли, да? Но в то время в команду пришли очень классные хоккеисты, это Валера Привалов, Николай Усольцев, то есть все их знают, Сергей Евдокимов с Ульяновска тоже. Вот Сергей Мяус был в обороне. Вот эти вот игроки,
которые прям молодым игрокам очень здорово помогали. То есть подсказывали, как лучше правильно сделать, защищали от нападок не только соперников, но и своих товарищей, которые немножко, может быть, в какой-то момент негативно старались отнестись. И вот им такая большая благодарность и в чисто человеческом плане, и в чисто таком игровом. Ну а сегодня Сергей Тарасов, он легенда для кемеровской команды. Как вот с этим ощущением жить? Сколько матчей за команду? Сколько забитых мячей? Ну всего 572, и там за Кузбасс 550, сейчас точно не скажу, надо посмотреть. И я закончил в 2010 году, да, и до сих пор люди, то есть узнают, где-то автографы берут, то есть это очень приятно. А я еще напомню, если вдруг кто не знает, что у нас практически в Кузбассе династия Тарасовых. В прошлом сезоне с сыном, когда разговаривал, брал интервью, спрашивал, про не давит ли авторитет отца. Он честно тогда признался, что вначале, наверное, да, но сейчас он уже состоялся как игрок. Как у вас происходит это взаимодействие? И вообще ты как горд тем, что твой сын пошел по твоим стопам? Я, наверное, понимаю его прекрасно, потому что от него поначалу, тоже когда его взяли в команду, да, когда он начинал свой путь в профессиональный, конечно, его сравнивали со мной и старались смотреть с этой высоты, которую я достиг. И, конечно, ему было сложно. Еще сложно ему было потому, что в старшем возрасте, в юношеском, он получил довольно серьезную травму, и ему было очень тяжело восстановиться. Перелом бедра, да. Период реабилитации долгий. Да, и, ну и реабилитация, и где-то немножко все равно это повлияло на его рост, скажем так, профессиональный. Но он молодец, то есть у него есть характер, и поэтому он планомерно шел, и то есть мы видим, что теперь он лучший бомбардир в команде. И в позапрошлом году, когда он выступал в Кузбассе, он тоже был лучшим бомбардиром и входит в пятерку лучших бомбардиров России в последние годы. Поэтому он даже переплюнул, можно сказать, меня. Ну, вообще, когда вот этот путь сына начинался, не было желания, может быть, отговорить, потому что ты прошел этот путь спортивного игрока, да? Может быть, ты знаешь, насколько это тяжело? Ну, нет. Или всегда поддержка? Это его самостоятельный выбор? Да. Но он занимался и хоккеем с мячом, и мотоциклетным спортом, потому что его дед мастер спорта по мотоциклетному спорту, Акимов Александр Михайлович. Да, тоже фигура известная для Кузбасса. Да, да, да. Он чемпион России тоже. И поэтому мы жили в спортивном кругу, в спортивной среде, и для него, наверное, не было какого-то другого выбора. Наверное, он все время был в спорте с младенчества. Либо на мотоциклах гонял, либо играл в хоккей. Но так получилось, что он выбрал хоккей с мячом, и для него это осознанный выбор. Он сам выбрал, ему нравится. А я видел, что он стремится и там, потому что он и кандидат в мастера спорта по мотоциклетному спорту, я думаю, многие не знают. Ну вот, такой молодец, да, я горд, что он вырос в хорошего мастера. Возвращаемся к твоей истории, возвращаемся к истории в хоккейный кемеровский клуб «Кузбасс», когда он играл еще на открытом льду на стадионе «Химик», когда 6, 7, 10 тысяч было болельщиков, когда были непростые матчи, в том числе. Команда «Кузбасс» в современной истории, в современной России не добивала золотых медалей. На тот момент вы к этому стремились, чего не хватало? Вот сейчас, оглядываясь. Конечно, мы стремились. Мы, можно сказать, делали историю. Мы 3 раза выиграли Кубок России, да, 2-3 места были. Но, может быть, не знаю, против нас всегда был Архангельский Водник,
и «Динамо Москва». И надо сказать, что в то время это была не просто «Архангельский водник», например, да, или потом «Динамо Москва», когда они все плавно переехали. Это были игроки мирового уровня. То есть, если каждого из них взять, то каждый мог решить на поле игру, да, повлиять на итог матча в одиночку. И нам, конечно, очень тяжело было. Хорошо, было упорство, была злость. А что еще тогда было в характере кемеровского Кузбасса? Ну, сплоченность и вера в достижение результата. Тогда мы как-то разговаривали с Измаденовым. Он говорил, что однажды даже встречали в аэропорту. Болельщики вот прям любили команду в твое время. Какая была связь между вот армией болельщиков и хоккеистами кемеровского Кузбасса? Встречали в аэропорту с цветами и бубнами? Ну, надо сказать, что мы начинали практически с нуля. Начало 90-х годов было всем сложно. У команды зачастую не было средств. И выживали как могли. Много было моментов, когда и на стороне где-то зарабатывали. Многие знают пример, когда там бетон заливали командой. Да? Всей командой? Да. Многие друзья, спонсоры потихонечку помогали. И мы поднимались с последних мест в турнирной таблице. Да? Потихоньку. И своим трудом, да, своим желанием уже... когда достигли такого уровня, когда мы подобрались к пятому месту. И болельщики это видели. То есть мы играли на стадионе «Шахтер», когда туда приходили. И то, что мы не сдавались, да, вот по-настоящему бились, просто как мужики, наверное, это подкупило болельщиков. Они в нас всегда верили. Надо сказать, что Анатолий Петрович рассказывал, что традиции были заложены еще тогда, когда в 1973 году первые бронзовые медали, и это многие были кемеровчане. Тогда команда была практически все кемеровчане. И вот это время, когда мы тоже потихоньку начинали свой путь к медалям, практически тоже были ребята кемеровчане. Потом, уже когда, конечно, нужно было усиляться, то есть понимали, да, что для того, чтобы достичь высоких результатов, да, завоевать медали, нужно усиление. Тогда взяли ребят с Красноярска, да, с Новосибирска, вот Пашку Рязанцева, который тоже бомбардиром стал, да, Вадика Стасенко, который много голов забивал, ну и другие ребята очень здорово влились. И вот это вот, наверное, и они были сибиряки, да, и вот это, наверное, все равно сибирский характер, он нас все равно сплачивал. И мы показали хорошие результаты. Но самое главное, что сегодня традиции заложены тогда еще, когда команда завоевала в 1973 году. Почему я никогда не забуду, надо сказать, потому что, наверное, сама судьба предопределила, что я буду в хоккей с мячом играть. То есть... 1973 год, завоевание бронзовых медалей и дата моего рождения. То есть и 8 марта – это тоже день рождения, как русского хоккея. Ну, а я в завершении хочу сказать, что самое главное, что Кузбасс продолжает те традиции, которые были тогда заложены, в далеком уже 73-м году. Спасибо за беседу, и будем передавать привет сыну, потому что, напомню, династия Тарасовых, она спортивная, в том числе и для Кузбасса. Спасибо и всем нам, да, успехов. И давайте пожелаем успехов команде. Да.
Возвращаемся в Ледовый дворец Кузбасс, где продолжается битва за бронзовые медали 32-го чемпионата России по хоккею с мячом. Московская «Динамо» против хабаровского «СКА» «Нефтяника». 1-1. Ничья. На третьей минуте Марат Шарипов. После неплохого начала этой встречи от дальневосточников сумел убежать со своей половины. Вышел к воротам Григория Лапина и не оставил шансов 87-му номеру. Вот он крупным планом на ваших экранах. В дальнейшем игра выровнялась. Но даже небольшим преимуществом московского «Динамо» протекала игра. А мяч оказался уже в воротах «Динамовцев». Кирилл Девяток после передачи Алана Джусоева отправил свой мяч в ворота Романа Черных, который на ваших экранах. Но у нас прозвучал стартовый свисток второго тайма, и вторые 45 минут у нас стартовали. 1-1 ничья, и борьба за бронзовые медали продолжается. Это уже четвертая официальная игра в этом сезоне между командами. И пока преимущество за «Динамовцами». Ахманаев на первых минутах. Опасный момент. Бросок дальний. И от ворот не попал. Выгоднейшей ситуации не попадает в створ ворот Егор Ахманаев. Ну, все сделал, да, в этом эпизоде для себя нападающий московской команды. Лишь точности не хватило. Так вот, впервые команды встретились здесь, Кемерово, в ЛДК. В рамках Кубка России. И тогда «Динамовцы» были сильнее со счетом 5-1. Затем в чемпионате команды вообще голевые феерии выдавали в матчах друг с другом. В «Крылатском» «Динамо» было сильнее со счетом 11-7. А в «Ерофея-арене» уже дальневосточники праздновали успех со счетом 9-5. Понимаете, какие результативные матчи. Каланчин! Владимир Каланчин впервые выводит свою команду в сегодняшней встрече вперед на 47-й минуте игры. Ну так, да, первый тайм активнее начинали хабаровчане, забили москвичи. Сейчас активнее начали «Динамовцы». И отличаются хоккеисты «СКА» «Нефтяника». Смотрим повтор. Ну, здесь все Владимир Каланчин самостоятельно сделал в этом эпизоде. Ну и они все-таки голевую передачу себе в актив запишут в любом случае. А Владимир Каланчин после этого блестяще себя проявил. Нападающий, лучший бомбардир команды. 54-й мяч в нынешнем чемпионате. И борется с Владиславом Тарасовым за вторую строчку в гонке бомбардиров нынешнего чемпионата. За Евгением Дергаевым, конечно же, не угнаться. У которого 73 забитых мяча. У Тарасова 55. У Мергазова и у Каланчина по 54 мяча. Заброс на Чупина. Здесь блестящий Вассерман играет. Добивание возможность. И не попадает в створ ворот Томас Мята. Потому что защитники стали на пути. Угловой зарабатывают дальневосточники. Но сравнялись по этому показателю с москвичами. Хабаровчане по 4 угловых. На трибунах Ледового дворца Кузбасс присутствует 2633 болельщика. Хотелось бы, конечно, побольше матчей таких. И это команда Василенко! Максим Василенко! Плюс 2. Вот так дебют второго тайма для хабаровчан. 2 быстрых гола. Ну что, придумает Евгений Иванушкин. Думаю, наставника «Динамовцев» не один план на игру. Вот тоже, да, отмечали у Кирилла Девяток красивые цифры. Ну, также и Максима Василенко. Видим красивые цифры теперь после этого гола. 270 игр и 60-й мяч. Ну, еще голевую передачу сделать, и 80 голевых передач будет. Тайм-аут. После такого резкого начала соперников московскому «Динамо». Ну, и есть, конечно же, о чем побеседовать со своими подопечными. Наставнику москвичей. Явно все пошло не по плану. Как все неплохо, да, было в первые 45 минут. Ну и совершенно все по-другому уже в самом
начале. Да, Марат Шарипов крупным планом. Один из героев первого тайма. Да, не только забитый мяч мы отмечаем в исполнении девятого номера московского «Динамо», но и в общем игру в первом тайме. Осмотрим еще раз повторы забитых мячей. Это Владимир Каланчин так выводил Каник-Тяник впервые вперед в сегодняшней игре. И вот так Максим Василенко упрочил преимущество. Я думаю, для болельщиков, которые находятся на трибунах, очень приятно, да, отмечать мячи хабаровчан, которые забили кемеровчанин девятых, кемеровчанин Каланчин и кемеровчанин Василенко. Вот такой хитрик кемеровчан в исполнении хабаровского СКА «Нефтяника». Думаю, и много персональных болельщиков на трибунах у девятых Каланчина и Василенко. Ну, видим, да, он флаг СКА «Нефтяника» на противоположной трибуне. На этой трибуне также дальневосточников поддерживают болельщики из Архангельска. Каланчин, очередной момент. Ворот показывает судья. С ближним играет Черных. Шин начинает разгонять атаку. И неплохо пока удается проход. И чем завершится? А завершится угловым. Мяч чуть раньше лицевой покинул пределы поля, поэтому боковой не стали обострять динамовцы под защитником. Там Кузьмин даже не принять не сумел, пришлось Шевцову возвращаться. Очередная атака «Динамо». Шабуров отмечал, я, да, что много спортивных соревнований проводится в Кузбассе. Ну а благодаря чему? Да, благодаря тому, что активное строительство спортивной инфраструктуры происходит в регионе. Как вы знаете, да, Ледовый дворец Кузбасс построен рядом Кузбасс-арена. В Ледовом дворце Кузбасс для 36 видов спорта, где можно заниматься растающему поколению кемеровчан. Кузбасс-арене 50 видов спорта можно активно заниматься. Ну и в других регионах арена кузнецких металлургов открыта в Новокузнецке. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Полтане построен. В Кемерово открыли центр для уличного баскетбола. Андрей Кириленко, президент Федерации баскетбола, приезжал на открытие. Также занимаются в отделении фигурного катания. Здесь опасный удар. Наоборот. Имени Плющенко. Ангелы Плющенко называется эта академия. Академия хоккея Вячеслава Фетисова. Также везде площадки для ГТО. Ну и благодаря реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни», нацпроект «Демография», появится первый крытый футбольный манеж. Будет он располагаться в Новокузнецке. Так что, ну, больше спорта, многого и разного. Ну и главное, гордость Кузбасса, это, конечно же, хоккейный клуб, который в этом году стал обладателем Кубка России, Суперкубка. Конечно же, дает плоды вся эта спортивная инфраструктура, которая благодаря инициативе губернатора Кемеровской области происходит, Сергея Цивилева. Также приходит на матчи губернатор Кемеровской области и поддерживает любимую команду. И завтра финал, в котором кемеровский Кузбасс играет с архангельским Водником. Начало 18:00. Не удастся попасть на трибуны.
обязательно будут смотреть у экранов своих телевизоров, гаджетов различных. А у нас динамовцы пытаются перестроить свою игру. Задался. Идет второго тайма. И пока продолжается. Неточность даже после тайм-аута. В передачах от москвичей. Дальневосточники. Будет Василенко. Тормоз мяча. Чупин. Побыстрее задвигался мяч. Лосюк. Понравилось забивать, да? Томас Мятя, опасный момент, и 4-1. Это Владимир Каланчин оформляет дубль, и, конечно же, игры. Успокаивает игроков, не игры. Чуть рановато порадовались болельщики хабаровского СКА «Нефтяника». Я находился на линии. И все четко определил. Шанс наконец-то включиться в борьбу. Здесь там московского «Динамо». Здесь жесткое столкновение. Марат Шарипов оказывается на льду. Поднимается. Здесь с помощью партнеров. К основному времени матча добавлено 30 секунд. Общее добавленное время 2 минуты. Еще 30 секунд будет добавлено к основному времени. 2 минуты и угловой. Пока угловые не идут. У москвичей 6-й стандарт. А по этому показателю, как я уже отмечал, московская «Динамо» 2-е в Суперлиге после иркутской «Байкал Энергии». 28 реализованных попыток. Манаев. И раньше времени, да, раньше времени выбежали из своих ворот. Хабаровчане получают желтую карточку. Ну, вдруг кто-то знакомится с хоккеем с мячом. Хотя, думаю, вряд ли такие есть сейчас, но вдруг. При последующем повторном таком же нарушении будет удаление. В составе команды выбыла идеальная желтая карточка. Катился мяч низом, и там Григорий Лапин. С трудом. Но мяч остановил. Не просто было. Сложная передача, ведь она прошла на Алана Джусоева. Аникин. Приходится сохранять под контролем мяч хабаровчанам. Но это и правильно. Шаткое преимущество. Хоккей с мячом, как вы понимаете, особенно. Два мяча отыгрываются очень быстро. Еще поконтролировать мяч на своей половине, нежели позволить сопернику. Дальше. Зайти. Кристол Масмятия прорывается у углового флажка. Догнал, но потерял в борьбе с защитником. Шарипа. Убирает скорость Марат. Заброс на Ахманаева. Выход 1-1. И Лапин оказывается не удел. 2-3. Да, именно московская «Динамо» у нас номинальный хозяин. Ну, здорово здесь все сделал Ахманаев. Видимо, и болельщиков московского «Динамо» на трибунах. Ну, не может их не быть, да? 56-я минута матча. С передачей Марата Шарипова номер 9. Мяч ворота команды «Сканя» Ничкова. И смотрим повтор. Ну, здорово здесь Ахманаев разобрался. Казалось, Лапин перекрыл все возможности для того, чтобы нападающий умел объехать. Но объехал спокойно, при том, что Ахманаев. Ну и борьба у нас продолжается. Ну а другого мы и не ожидали от этого матча. Даже когда плюс 2 повели хабаровчане, было понятно, что динамовцы добавят. Конечно же, как же не хватает лидеров у каждой из команд. Шардакова пропускает весь сезон. Желаем скорейшего выздоровления.
возвращение на лед. Также Алмазу Миргазову. Лещики хотят видеть бомбардира на льду. Ну, а после финального матча, который пройдет завтра здесь, в Ледовом дворце Кузбасс, в котором кемеровчане сыграют с Архангельским Водником. Праздник русского хоккея в Кемерово продолжится. В пятницу будет тренировка сборной России, затем тренировка женских команд. В субботу турнир детских команд, открытая тренировка сборной России, матч женских команд, автограф-сессия. Ну и в воскресенье все завершится конкурсами с участием лучших хоккеистов, а также матч сильнейших хоккеистов, который будет возглавлять Симон Янсен и Евгений Дергаев. Друзья Янсена, друзья Дергаева. Такой матч ожидает болельщиков. Воскресенье, Акманаев! Опасный момент. Но точности не хватает 22-му номеру. Ну и на пути мяча встал кто-то из игроков хабаровского СКА «Нефтяника». И угловой. Седьмой уже поворот дальневосточников. Бьющий, Лефус, Вассерман, Шарипов, Шин. Такой розыгрыш на Ахманаева. Бьющего не может Егор прицел наладить, да. Выход один реализовал, но вот дальние удары пока не идут. Да, Илья Скандаев, Дмитрий Савельев на трибунах, Вадим Губарев также. Там, я думаю, заметили болельщики. Наблюдает этот бронзовый матч. Вот такой праздник, да, русского хоккея, как я уже говорил. Федерация хоккея с мячом огромную работу проводит. Как вы понимаете, Суперлига — это только лишь, да, вершина айсберга. Сколько всего еще. В то время, когда сборная не может принимать участие, ну, стараются все регионы, чтобы болельщики всех регионов наблюдали за лучшими игроками своей страны. Конечно же, болельщики благодарны русского хоккея. Такая работа федерации ведется. Рагулин выше ворот. Ворот показывает главный, но помощник показывает, что был рикошет. Да, да, сейчас обсудят главный с помощником без игроков. Просит это сделать Добрянский. Ну, как вы знаете, да, официально хоккей с мячом представлен в 30 регионах, где имеются аккредитованные региональные федерации. В 12 регионах в соответствии с приказом Минспорта включен в перечень базовых видов. Это Иркутская, Кемеровская, Кировская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Свердловская, Ульяновская области, а также Красноярский край, Республика Коми и Хакасия. Ну, увидел, да, все-таки рикошет этот Сергей Бесконечен. И право на угловой. Восьмой. Вновь не точно, на этот раз Рагулин пробивал. Пока никак не удается. Уже в два раза больше угловых подали столичные хоккеисты. Вот если кемеровчане реализовали одну из четырех попыток, то пока ищут Кузнецов, но без нарушений правил. В этом эпизоде динамовцы продолжат игру. Главный арбитр. Лефус. Борто. За пределы игрового пространства капитан Динамо оказывается. Еще хотелось бы отдельные слова сказать о студенческом направлении, которое получило дополнительные импульсы и внимание в последние сезоны, да, соревнования среди вузов вообще проводятся с 2014 года. А с удалением Дмитрий Аникин за это нарушение правил против Яниса Бефуса отправился на 10 минут в
Ну и с 2017 года хоккей с мячом официально признан даже Международной федерацией студенческого спорта. Опасный момент. Рагули! Лапин! Добивание! Ничко! 3-3! Жива интрига! Жива борьба за бронзовые медали! Великолепная атака московского «Динамо» и счет вновь равный. 63-й минута матча. Отмечали в составе «Сканефтяника», да, Кемеровчан, который пока три мяча забил. Вот мяч двоих кемеровчан, которые в составе московского «Динамо». Егор Рагулин на Алексея Ничкова. Так, воспитанников Кемеровской школы хоккея с мячом. Мяч в составе «Динамовцев». Дальний удар, выше ворот проходит мяч. Хорошую, живую, интересную игру, конечно же, мы наблюдаем. И это борьба за бронзовые медали. А завтра финал, 18:00, время Кемеровское. Кузбасс против Водника. Какая битва, да, из начала 2000-х, многие подумают. Но уже новое противостояние. Здесь здорово на перехвате играет Шарипов. Запасные, Кирилл Девятых. Ждет своего часа. 95-й номер. Но когда появляется, остро атакует. Кин. Опасный здесь против Рагулина. И Рагулин до конца здесь отрабатывал в этом эпизоде. И вот чему привело. Чернышов. Лапшин. Брошь штрафную. На скорости пытается здесь Чупин разогнаться. Ну, сложно одному. Понимал это Семен. Дождал Томаса Мятя. И Томаса пока останавливает сегодняшнюю встречу. Не удается ему сольные проходы. Славится. Минский легионер угловой. Вот максимум выжил из эпизода. Угловой заработал Томас Мятя. Попытается самореализовать, да, все-таки наряду с Максимом Рязановым. Самые результативные игроки в этом сезоне в «Нефтянике» именно Томас Мятя и Максим Рязанов по 5 реализованных попыток. Вы понимаете, и Дусоев, и Василенко, и Каланчин, и Чупин. Любой может из них пробить, и вот, пожалуйста, нет, Томас Мятя для себя этот угловой заработал. Но выбегающий попадает Томи Мятя. Играет через Аникина. Ждет Дмитрий более лучшего продолжения. Не увидел его впереди. Отыгрался с партнером по обороне. Правым флангом. Чупин. Зарабатывает свободный. Быстро разыгрывает москвичи, торопятся. По мнению помощника главного судьи, заново нужно ввести мяч в игру. Ну и верны своей тактике хабаровчане. Высокий прессинг, позволяя быстро развиться атаке соперника. Шарипов спросит на клюшке Томасу Мяте. Мяте рад такому подарку. Ждет, кто откроется. Толстихин отыгрался в касание. Ну а продолжение где? Пока не видел. Вот хабаровчане. Аникин. Такой перепас устраивать в своей половине. Вновь забег не получается. Ну а я продолжу, да? В студенческом спорте. Как я уже сказал, официально признан Международной федерацией студенческого спорта в 2017 году. Ну и как вы понимаете, да, во время президентства Бориса Скрынника, ФИП. Именно тогда это все произошло. При его немалых усилиях. Ну а в 2019 году хоккей с мячом официально дебютировал в программе зимних универсиад. Помните, да, в Красноярске. И где
Самым посещаемым видом спорта стал на этой универсиаде именно хоккей с мячом. Ну а в январе 2022 года официально учреждена студенческая спортивная лига хоккей с мячом. Ну и с учредителями, которые выступила также федерация. Вновь не получается удар у Вассермана. Есть возможность для контратаки. Канехяника. Смятя. Начина. Проходит. Это передача. Здесь Земцов здорово отработал. Ну и сам же Олег будет начинать атаку. Сместился уже на правый фланг. Продолжает движение. Отыгрался через бортик. И все пока здорово. Смещается в центр. Ну, может быть, и до удара доведет дело. 19 номер. Ну, смотрите, что творит Земцов. Угловой. Ну, какой же молодец. 19 номер. Отдельные аплодисменты. Воспитаннику Сосновоборской хоккейной школы Олег Земцов. Хороший проход. Да, Чернышова отбивает. Боровчане, добивание Шевцова. Опасный рикошет от ворот. Да, мяч из штрафной не вышел. Да, два удара наносили динамовцы. Но мяч в пределах штрафной не покинул. Тайм-аут. Да. О, оба тайм-аута в нашей встрече использовали оба наставника. Какая, да? Жара у нас. Вспоминали мы в первом тайме, что завершились чемпионаты Финляндии, Швеции. Там очень интересные игры были. Вейкере обыграла Порво Акилес 3-1 в чемпионате Финляндии, стала этим чемпионом. Лачук сосредоточен, защитник. Также многое зависит. Атакуют динамовцы, оборонятся. Ну и сумасшедший матч пока, смотрите, интересные эпизоды. Манаев забивал второй мяч московского «Динамо», нападающий. Проход Рагулина, удар, забивание Ничко. 3-3. Проход в чемпионате Швеции. Вилла обыграла Вест Хэм в тайме. 7-6. Мяч на второй минуте овертайма Кристофера Эдлунда. Просто обрадовал всех болельщиков Линчопинга и расстроил местных вестеровских болельщиков. Ланчин. Вот и угловой. Зарабатывает нападающий с Канефтяника. Вот что бросалось, да? Кто смотрел финал чемпионата Швеции, это дальние удары от игроков Вестероса. Как же голкипер Виллы не реагирует. Ну, посмотрим. Стандарта. Вот реализовать. Внимание. Контратаку здесь не удастся убежать. Там Аникин ближе к мячу, хоть и по скорости съедает явно соперника. Марат Шарипов. Все же игрок с Канефтяника был ближе к мячу. Снятие. Чупина. Аникин. Усоев. Здорово увидел Каланчина. Владимир пошел в сольный проход. Входит в штрафную и останавливают. Без нарушения правил Лапшин. Владимир Каланчин крупным планом. Ну и здесь и Лапшина. Проход остановили. По-прежнему применяют тактику высокого прессинга дальневосточники. Это приносит им плоды. Рагулин, Бефут. Здорово здесь открылся Шарипов. Ныряет в коридор. Входит в штрафную. Но уже там висел. На плечах. На руке защитник. Еще и к окончанию Чупин
навалился уже на упавшего нападающего москвичей игрока. Свободный заработал Шарипов. Рагулин заброс в штрафную. Лучков здесь борется. Сам же Рагулин. Лапшин. И нарушение уже со стороны москвичей. Касание Каланчин. Прерывают. Эту передачу. Усоев. Толстикин. Ворона Томаса Мятя. Есть разреженное пространство. Набирает скорость 99 номер. И упирается здесь Рагулина. Ну, тут же не выключается совершенно никогда из борьбы Томас Мятя. После потери моментально взрывается. И пытается вернуть мяч под контроль своей команды. В этот раз не удалось. Пефов. Камышов. На коротке. Шевцовым. Шевцов наброс штрафную и угловой. Зарабатывает Антон Шевцов. Девятый стандарт. Москвичей. Удар. Мимо. Манаев пробивал. Но наряду с Алмазом Мергазовым. Главная угроза после розыгрыша угловых. Но Алмаза на льду нет. Здесь Ахманаев. По 9 результативных ударов. Розыгрыш углового Мергазова и Ахманаева. Поэтому не удивляемся, что бил 22 номер. Томас Мятя пытается набрать скорость. И останавливается. Легионера. Финин. Пытается здесь защитник выйти из обороны в атаку. Это получается. Главное... Партнеров подключил. Бросок. Ну, здесь Лапин спокойно. В этом эпизоде. Удалось Рагулину переиграть. Черных. Владимир Каланчин на смену отправляется. И в девятых. На льду. Поставил дальневосточников. В атаке. Москвичи. Лапшин. Без нарушений правил. И девятых. Кирилла хорошая скорость. Ну тут и с партнером отыгрался. Власюк. Можно Владимиру продвигаться вперед, потому что есть пространство. Уже можно было поискать передачи девятых. Вот решил сохранить мяч. Что и правильно тоже. Томи Мятя. Кем? Сиренко. Здесь на ход вообще хорошо на Томаса Мятю. Пока никак не пускают к воротам летучего Фина. Игроки обороны московской команды. Напоминаю еще раз всем болельщикам. Финал 32-го чемпионата России по хоккею с мячом уже завтра здесь, в Ледовом дворце Кузбасс. Кемеровчане встречаются с Архангельским Водником. Начало игры 18:00, время Кемеровска. Коев. Появляется Власюк, на него передача. Он успевает там. Антон Шевцов вовремя поставить плюшку. И вот к чему это приводит. Ахманаев. Лапшин. Здесь не поняли друг друга. Лапшин и Ахманаев. В итоге свободно разыграют москвичи. Земцов это сделает.
на коротке Шевцовым. Прогулин. Бефос как-то вот в тени, да, я думаю, согласятся со мной болельщики только московского «Динамо», других клубов, которые наблюдают за нашей трансляцией. В тени находится Янис Бефус. Обычно всегда на виду капитан московского «Динамо». Сейчас пытается Шарипову организовать атаку, не получается. Шевцов. Шин. Шевцов. Не на половине соперника, но все равно плотно встречает игроков «Динамо». Дальневосточники. Всегда удается продраться. Рагулин пытается за счет скоростных данных сейчас убежать, но видит, что пока не получается. От Ласюка, да, здесь можно уйти. Про штрафную, а кто будет наносить прицельный удар, никому не даст это сделать Кирилл Девятый. Вот как в нужное время, в нужном месте оказался 95-й номер. Шевцов здесь появился на льду. Да, искал передачи молодого. Игрока своей команды. Иван Джусоев. Свободно заработал. Неудачно разыграли. Шевцова здесь не пустили. Томи Мятя на пару с Джусоевым. Ахманаев. На трие здесь Шарипов открывался. Видит его Ахманаев. Но более верит в свои силы 22 номер, нежели партнера по атаке. И свободный зарабатывает. Ну, прям по центру ворот. Даже имеем в составе Вассермана. Вряд ли будут бить. Так и есть, да? Шарипов. Рикошет. Угловой. Опасный момент. Ворот с Нефтяника. Завершается угловым ударом. Тщательно готовятся. Одни отразить, другие попытаться поразить ворота соперника. Сергей Шабуров. Подача. Большая группа игроков. Мяч там на линии. Застрял и удается все-таки хабаровчанам разрядить обстановку, выбить его подальше от своих ворот. Ну, Шарипов там имел шанс оформить дубль. Ну да, все шесть мячей. Шесть разных игроков забили в данной минуте. Вассерман. Шабуров. Бефус. Ждет Шабуров, когда откроются партнеры. Шарипова сразу встретили. Не пришлось отыграться вновь Шаброву через Шарипова и пытается убежать. Марат, но Кузнецов. Хорошие правила. Не с той точки разыграли динамовцы. Фос. Мячков. Зацепиться за мяч. Нападающему нужно, да, быстрее в оборону отрабатывать. Или моментально. Действие. Василенко. Такой по правому флангу. И отворот. Мяч упустил. 51 номер. Теперь правый фланг. Москвичей оживает. Перечный перевод. Три нападающих у «Динамо» баражирует. Манаев получает. Через
Кузнецова. Нарушает правила против Антона. Шабуров. Спокойно сейчас Сергей разберется. Так и есть. Пассерман. Пефус. Чевцов. Закатывается Бефус, значит, на него должна пойти передача. Шевцов не понял. Отыгрался через Шабурова. Наконец мяч заходит до Бефуса. Поджимает соперника дальневосточники. И Каланчин здесь так опасно. Ковал. Бефус. Свободный. Зарабатывают москвичи. Он просит капитана Сканевтяника. Главный арбитр пройти на скамейку для штрафников на 5 минут. За откидку мяча на 5 минут удара. Откидку мяча. Сканевтяник Алан Джосоев, номер 15. Вот. Капитан как бы не подвел. Самые напряженные минуты этой борьбы за бронзовые медали своих партнеров. До конца второго тайма 6,5 минут. Ближайшие 5 в большинстве. Понятно, что хоккей с мячом преимущество в одного игрока, можно сказать, ничего не стоит, но концовка матча, концовка чемпионата, последняя игра для московского «Динамо», хабаровского «Сканевтяника» в этом сезоне. И сил-то все меньше и меньше. И когда хоккей с мячом, такие минуты остается на одного игрока меньше вне игры. Алексей Ничков немного поторопился. Но так могли хороший эпизод у ворот Григория Лапина москвичи создать. Сложилось. Томми Мятя. Томас Мятя. Чупин. Может взять на себе инициативу, что и происходит. И свободный зарабатывает. Сейчас можно перестроиться. Активнее сыграть в атаке. Боровчанам. Не рискуют. Восточники понимают. Игроки каждой из команд на кону бронзовые медали. Напомню, в копилке московского «Динамо». О, пишет раз. В 2016 году вместе как раз таки со своим сегодняшним соперником получили единственные свои медали. Хоккеисты «Динамо». Хабаровчан трижды сели на груди. За задержку на действие удара на игрок команды. Ну, в равных составах команды. Шевцов. Шевцов в данном составе. Ключей. Будет основное время проигрывать в равных. Для тех, кто сохранил силы, побольше пространства на льду, есть шанс попробовать убежать. Такие игроки имеются. Это и Томас Мятя, и Владимир Каланчин в составе «Сканевтяника». Егоров Манаев. Максим Мешков в составе «Динамо». Люпин, Каланчин. Есть момент. Будет удар. Момент есть, удара нет. Рагулин. Вот так, разрядил. Установку. За боковой. Тут мяч выберут дальневосточники. Все приближается у нас к дополнительному времени. Василенко. Пытается
Пути к воротам. Ну и нарушение. Срезкнул. Полузащитник СКА «Нефтяника». Этот проход. Ну и опасный, свободный. Сюда и пробить можно. Ивкин, Киризанов готовы. Удар. Вот Джусоев не отдавал. Вот Аникин, но здесь Роман Черный. Удар Рязанова без отскока забирает. Даже не знаю, как назвать для такого опытнейшего голкипера, как Роман Черных. Не разминка. Бефус. Прогулин. Заброс на Ахманаева. Ну там все. Закрыто. Власюк перекрыл весь кислород нападающему столичной команды. Какой скорости Том, он с мяча. Может убежать. Здесь и Чупин помогает вторым темпом. Здорово разобрались динамовцы. Там Юрлов и Лапшин. На двоих сообразили этот проход. Хабаровчан остановили. По центру Бефус. Здорово на Ничкова. Ничков на ударной позиции. Удар из-под защитника. И здесь Ивкин. Уже встает на пути мяча. Василий Грановский очень внимательно смотрит за этим эпизодом. Думаю, благодарит сейчас защитников. На льду Алан Джусоев. Уже включается в борьбу. Капитан Невосточников. Вассерман, заброс на Шарипова. И мяч принимает Марат. Вот уже в ситуации, когда сложно что-то было придумать. Здесь Власюк чуть не придумал потерю. Далеко от своих ворот. Хорошо здесь Джусоев вовремя оказался. И хорошая передача проходит от Джусоева. Томас Мятя. Алана Джусоева не проходит пасы. Кузьмин тут стартует от своих ворот. Ахманаев, неплохая передача. Есть момент, но этот момент нивелирует игрок обороны СКА «Нефтяника». Непосредственно это был Томи Мятя. Джусоев. Вот какой открытый хоккей у нас пошел в последние минуты. Чупин готовился к дальнему удару, но понял, что там просто такой трафик из игроков, что мяч просто не дойдет до Романа Черных даже. Власюк пытался нанести удар. Евгений Иванушкин очень переживает. Последние секунды идут этого просто сумасшедшего по накалу матча за бронзовые медали и вне игры, да. Вне игры у Каланчина. Верных отворот. Да, скамейка запасных. СКА «Нефтяника» все на ногах. Любой готов вступить в эту игру. Бефус! Бефус! Свободный утак троих игроков. СКА «Нефтяника» в одной точке собрал сейчас Янис Бефус. И столкнулись вместе с собой. И там только бы без повреждений. Только без травм. Последняя минута матча. Алан Джусоев оказывается на льду. Думаю, добавит еще судейская бригада. Время. Мы слышали объявление судьи-информатора о том, что пошла последняя минута. Только здоровья Алану Джусоеву желаем. Владислав Кузнецов появляется на льду вместо капитана. «Нефтяник», Абефус. Лапшина. Лапшин попытался сам организовать атаку. В итоге, не получится, отыгрался через партнеров по обороне. Заброс на Ничкова. Здесь Ивкин. Блестящий и точно на клюшку Чупину. На коротке с Кузнецовым. Кузнецов на девятых. А девятых-то можете убежать. Но есть партнеры. Девятых бьет. И блокирует здесь этот удар. И на последних секундах угловой зарабатывают игроки. И видим, да, жест главного арбитра сегодняшней встречи. Один удар. Да. Решающий момент. Матч за бронзу. Что будет завтра? Финал. Водник Архангельск Кузбасс Кемерово. 18:00. Время Кемеровска.
все игроки. На линию СКА «Нефтяника» удар Ивкина. И овертайм нас ждет до золотого гола. Будут играть команды. Два тайма по 10 минут нас ожидают. И самоотверженно игрок выбежал под этот удар Валерия Ивкина. Это Никита Юрлов. Вы пока смотрите игроков, которые собираются у Бровки уже. Никита Юрлов, да, поднялся при помощи болельщиков. И под аплодисменты слышим. Да, вот он, Никита Юрлов. Подъезжает также партнерам, которые готовятся к продолжению этой сумасшедшей битвы за бронзовые медали, в котором московская «Динамо» играет ничью с хабаровским «СКА» «Нефтяником». Шарипов, Ахманаев, Ничков. Девятых Каланчин, Василенко. Авторы забитых мячей московского «Динамо» и хабаровского «СКА» «Нефтяника». Ну, спокоен, видим. Наставник московского «Динамо» кого-то потерял из игроков. Всем связывает надежды на эти два овертайма. Дорогулин. Многое от вратарей будет зависеть. Это все прекрасно понятно. Лапин, Роман Черных. Судейская бригада. Ну и жребий. Кто с какой стороны будет начинать третий тайм, либо первый овертайм, кому как интереснее слышать. Ну и я напоминал, да, когда последний раз мы видели эту судейскую бригаду на льду вместе. Ну вот так. Жребий поменял ворота командам. Как заканчивали эту встречу, так и продолжат играть. Слева будет по картинке ворота московского «Динамо», справа хабаровского «СКА» «Нефтяника». Ну так вот, 5 лет назад эта судейская бригада выходила точно в таком же составе на чемпионате мира в шведском Венесборге. Матч за пятое место. Шведская сборная встречалась с американской. Ну все, готово у нас к началу первого овертайма. Все, внимание, конечно же, лидерам. Чупина, один из них. Боровчан. Девятый. Разыграл из центрального круга. И здесь Чупин как раз таки и потерял этот мяч после розыгрыша. Не удалось зацепиться с мяча, чтобы провести атаку. Аникин. Здорово на коротке находит девятых. Кирилла не пускает здесь. Штрафной мяч в игре. Продолжать атакующие действия дальневосточникам. Мусмятия. Где-то там кто-то из нападающих откроется. Разыгрался через девятых. Продолжение не последовало, так как вперед не пошла Боровчан. Но здесь нарушили правила против девятых. Да, если бы прошел пас, то у Джусоева было бы положение вне игры. А там чуть раньше поборолся за преимущество. Не за мяч, а даже за преимущество. На поле Кирилл девятых здесь. Чупин. Плохо действовал, но вот передача не прошла. Нужно обороняться. Рагулин. Вдвоем с Бефусом. Вторым темпом Лапшин пытается помочь, но Власюк справился, пускай с трудами, пускай с помощью девятых, но все же остановил эту атаку москвичей, не позволив нанести удар. Да, напомню еще раз,
Финал 32-го чемпионата России по хоккею с мячом завтра. Кузбасс Кемерово, Водник Архангельск. Начало 18:00. Время Кемеровское, Ледовый дворец Кузбасс. Здесь пройдет главная игра сезона. А пока развязка. Игры за бронзовые медали. И угловой. Хороший момент у московского «Динамо». Можем. Не все так радужно. Мячей с угловыми в сегодняшней игре. Олег Земцов. На подаче. Очень удобная передача. Рагулин пробивал, не попал в створ. Но даже после финала праздник русского хоккея продолжится. В пятницу тренировка сборной. Состоится тренировка женских команд. Передача от Томаса Мята. Прерывают москвичи. В субботу в 12:00 начнется турнир детских команд. В 14:30 открытая тренировка сборной России. В 16:00 начало матча женских команд. И после окончания, примерно 18:00, автограф-сессия. Ну и воскресенье, 13:00, конкурсы с участием хоккеистов. И в 14:30 матч команды Янсона против команды Дергаева. Пройдет. Ну и после этого награждение видят болельщики в Ледовом дворце Кузбасс. Ну, здесь спорный. И Егор Рагулин. Фейерплей. Возвращает мяч сопернику. И дальневосточники разыграли мяч. Заколотит Николя. Аникин. Ну, больше контролирует в овертайме мяч именно хабаровчане. Бывает на контратаке. Если Динамо. Сейчас нужно обороняться пока. Дальний удар Василенко. Поворот. Бефов. Конечно же, нужно всегда ждать, когда Янис взорвется. И вот, может быть, сейчас это могло произойти, но на пути мяча, вернувшийся только что находившийся в атаке, Максим Василенко оказался. Везде успевает полузащитник Хабаровчан. И в атаке поучаствовать, и в обороне помочь. Лапшин, Шевцов. Здорово здесь пропустил мяч Рагулин на Земцова. И Бефос. Сделал пас, да, там не игры, партнер. Вот так, на коротке отыгрались Рагулин. Лапшин и свободно заработали. Здесь нарушили правила. Дальневосточники. Вот. Потихоньку перехватывают инициативу. Столичные хоккеисты Вассерман. Вот. Пробивает. Очередная атака. Камистяника, Чупин. Попничков. Здесь удачно оказался. И смотрите, Алексей продолжает движение с мячом. И Шевцов на помощь. Рагулин. Мячаем, да? Сначала игру в отборе 14 номера Динамо. Но затем проход. И партнеры рядом оказались, обязательно бы отыгрался. Алексей, никаких сомнений нет. Приходится обороняться уже. Точный пас и отворот. Роман Черных.
пытался открыть Чернышов. Да, увидел его Антон Шевцов. Толстихин. Успел догнать соперника. Уже дальневосточники строят свою атаку. Никин. 3-1 девятых. Продолжает движение вперед Дмитрий Аникин. Зарабатывает право на свободный. Здесь 77-й номер. Но не ждут, пока партнер поднимется. Да, болельщики обсуждают. Нравится также им хоккей. Не сумел здесь Томас Мяти одной рукой сделать точный пас. Динамо. И свободный. Зарабатывают москвичи. Разыграли. Рагулин. Манаев. И сразу же жестко встречают нападающего москвичей. Павшин. Удачно, да, споткнулся Бефус. Но удача на стороне. Все-таки столичной команды. Сырман. Немцов. Хорошо, сейчас двигают мяч. Динамовцы, но последний пас бы вперед сделать. Чернышов здорово открывался. Нет, Манаев. Вот. Манаев получает мяч. Проходит пас. Не выключается из борьбы 22 номер. Сырман может и нанести дальний удар. Да, что и происходит. Ну. Лапин тут спокойно щиток на лед положил для страховки. И спокойно забрал. Последняя минута идет. Овертайма. Заработали дальневосточники. Да, цена ошибки очень высока. Щупин. Старается точно в клюшку играть. Соперники Василенко. По боковой. Аникин. Несколько соперников и свободный. Ну так Аникин сначала на левом фланге заработал свободный, теперь на правом. Везде успевает поучаствовать полузащитник. И да, силы, да, тоже на исходе. Меньше и меньше. Здесь удар даже не удастся нанести. Да, свисток. Первый овертайм закончен. 3-3 по-прежнему. Ждем, ждем развязки этого матча. А завтра финал. Ну так, уже четвертый, да, год подряд будет новый чемпион. Енисей, Динамоск, Нефтяник. Ну и в этом году либо Кемерский Кузбасс впервые в своей истории, либо Архангельский Водник. 10-й раз в своей истории. Если архангелогородцы сумеют выиграть в завтрашней игре, то по этому показателю в российской истории равных архангелогородцам не будет. Но это болельщики СКА «Нефтяника». Находятся они на обеих трибунах с каждой стороны. И активно, активно. Ну и динамовский, да, также присутствует. Сергей Пыжов, вижу там чуть выше. Легенда кузбасского футбола. Болельщики со стажем знают. Ходили в свое время и на хоккей с мячом зимой, на футбол летом. Сергей Пыжов играл вместе с Виталием, Владимиром Раздаевыми, Юрием Рыжовым, Владимиром Сычкуруком, Евгением Сычкуруком, Владимиром Садыковым.
уже болельщики все помнят. Шевцов. Пошла атака Скандертяника по центру. Чупин. Дома с мяйки. Удар на позиции. Дальний удар. И здесь мог девятых подкараулить этот отскок. Рагулин. Оказался ближе к мячу. Заработал свободный. 17 номер москвичей. Кефос. Лапшин. Отыгрался Лапшин через Шевцова. И хороший перевод здесь на Земцова. Ну, прессинг дальневосточников по-прежнему присутствует. Несмотря на усталость, да, сколько сил потеряно уже в этой игре. Но тренерскую установку выполняют полностью дальневосточники. Ни на шаг от нее не отступаем. Отыгрался здесь Бефус с Зимцовым. Очередной перевод. Вот так заставляют соперников побегать. Москвичи, лишая их мяча. Ну, техничные хоккеисты, это понятно. И Зимцов, и Бефус, и Лапшин, и Шевцов. Бефус. Поперечный перевод. Да. Изматывают соперника сейчас. Ну, кто смотрел, да, предыдущую трансляцию кемеровского Кузбасса? Ответная встреча полуфинальная с Хабаровским СКА «Нефтяником». Перед игрой интервью давал директор кемеровчан Сергей Чижов. Так он говорил: если тренерская установка Швеции дана игрокам, 30 минут, и здесь опасный момент, и Лапшин мог все поставить с ног на голову в этом эпизоде и завершить встречу. У нас очередная остановка, но самоотверженная, играют игроки. Мы желаем только здоровья любому игроку, находившемуся на льду. Ласюк это похоже. Поднимается. Подбадривает Ривкин Владимира Ласюка. И продолжит игру. Так вот, Алексей Сергеевич Чижов говорил, что в Швеции, если тренер дал установку 30 минут катать мяч на своей половине поля без перехода на половину соперника, она выполняется 100%. Сейчас что-то похожее было, да, в исполнении московского «Динамо». Ну, не полчаса, да, хотя бы полторы минуты, но удавалось держать мяч на своей половине. Спорный. Показалось, да, что выиграли москвичи. Но харовчане вот так разрядили установку. Заброс. Да, Лапин. Выходит. Выбирает мяч. Василенко. Смотрит партнеров. Максим через борт отыгрывается. Ну, Демцова такими хитростями не проймешь. Вот Джусоев зато вступает в борьбу. Отбирает. Я чем-то решил сам пробить там мяч. А Томас открывался великолепно. Под этот пас. Выскакивал бы один на один 99 номер. Но решил Алан Джусоев, он может и самостоятельно завершить. И Рагулин! Какой летный забивает Егор Рагулин! Шла 105-я минута второго овертайма. Вернее, матча.
второго овертайма. Это всего лишь пятая минута, да. Кононов, Золотарев, Иванушкин рады. И болельщики, конечно же, на трибунах также приветствуют. Ну, просто сумасшедший мяч в исполнении Егора Рагулина. Как попал по летному здесь 17 номер. Ну, вот мы говорили, да? О том, что единственный кемеровчан, находившийся на льду в этой встрече, не отличался в самый нужный момент, в самое нужное время. Пожалуйста, смотри повтор. Проход Егора Ахманаева. Верховая закидушка, и по летному попадает мячу Егор Рагулин. Наши поздравления московскому «Динамо». Ну и второй раз в своей истории и впервые в борьбе завоевывают эти медали столичные хоккеисты. Всем болельщикам московского «Динамо» наши поздравления. Уважаемых болельщиков, конечно же, прошу не отключаться от нашей трансляции. Все интересные эпизоды и забитые мячи вы обязательно увидите очень скоро. Ну а пока благодарят команды друг друга за игру. Напомню, завтра, 20 марта, день рождения русского хоккея, когда ему исполняется 126 лет. Финал 32-го чемпионата России по хоккею с мячом в Суперлиге. Кемеровский Кузбасс против Архангельского Водника. В походе за своим первым золотом кемеровчане и за 10-м архангелогородцы. Для вас сегодня с огромным удовольствием комментировал встречу Олег Марченко. До встречи на хоккее. Просим построиться для проведения церемонии награждения. Уважаемые хоккеисты, просьба подойти, подкатиться к зоне награждения всей командой. Уважаемые болельщики, зрители, все любители прекрасного вида спорта под названием русский хоккей. Друзья, давайте еще раз сегодняшним героям подарим наши аплодисменты за прекрасный матч, отличный поединок. И мы готовы приступать к началу церемонии награждения. Друзья, с гордостью хочу объявить, что обладателями... Прошу прощения, для проведения церемонии награждения, для начала церемонии мы хотим пригласить и предоставить слово директору по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России Юрию Алексеевичу Молоткову под ваши аплодисменты. Спасибо большое. Спасибо, уважаемые болельщики, что вы пришли в таком количестве сегодня посмотреть не на свою команду, а команду я хочу поблагодарить за отличную игру. Я считаю, что вот такие матчи украшают русский хоккей. Спасибо. И, конечно же, мы с гордостью хотим представить вам, уважаемые друзья, обладателей бронзовых медалей 32-го чемпионата России по хоккею с мячом. Это хоккейный клуб «Динамо» Москва. Ваши аплодисменты.
Капитан команды, просьба подъезжать и получать свои заслуженные награды. Бронзовые медали чемпионата. Ну а с вас, уважаемые болельщики, по традиции, ваше тепло, ваши аплодисменты, ваши поздравления сегодняшним триумфаторам. Итак, уважаемые друзья, все спортсмены получили свои заслуженные награды сегодняшнего матча. Друзья, еще раз бронзовые призеры чемпионата России. Хоккейный клуб «Динамо», город Москва. Ваши аплодисменты. И сегодняшний прекрасный матч подошел к своему логическому завершению. Говорим вам спасибо большое, друзья, что сегодня смотрели с нами хоккей. Ну и, естественно, как я не могу напомнить, хотя вы все прекрасно об этом знаете, что завтра в 18:00 финал, еще один шаг, заключительный матч этого сезона. И мы всех вас ждем в 18:00 здесь, в Ледовом дворце Кузбасса. Спасибо всем большое, до скорых встреч, до свидания, до завтра.
Jungle.
Havail Dargo – кроссовер с характером для тех, кто идет своим путем. Суровый снаружи, интеллектуал внутри, неисправимый путешественник и прирожденный горожанин. Успейте получить специальное предложение. Выгода до 200 тысяч рублей на кроссовер Havail Dargo. Количество автомобилей ограничено. Выгода 200 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Havail Dargo по программе Trade-in. Актуально на 4 декабря 2023 года. Предложение ограничено, не является офертой. Подробности на сайте havail.ru и у официальных дилеров Havail. Да, Дмитрич, я тебе говорю, подключите приставку от Гудлайн. И не мучайтесь с Наташей уже. И Ромка мультики смотреть будет. А, там еще по акции. Первый месяц услуг бесплатно.